Отправлю. Управляю, я как раз в игру сейчас зайду. Монитор Линкс. Все. Полетели. Такс. Отправил. Супер. Мне пока еще не получал. А я, наверное, еще не зашел, потому что... Блин. Возможно. Секундочку. Что там долго? А, вот. Так, копировать. Так, пока приглашений не было. Сейчас попробуем. Так, капчер. Второй отправил. Так, монитор левый. Так, всем здравствуйте. Я, блин, я, кстати, даже не знаю. Сейчас я этот твой стрим врублю сразу на втором, наверное. Так, вон медведь. Во, у тебя, я у тебя себя хорошо слышу. Отлично. Это так. Хорошо. Ссылку копирую. Так. Вот драйвер. Так. Вроде нормально. Так. Да. Я тебе в закреп прям поставил. Да, вот так мы и сделаем. Раз. На, в закреп. Все. Да. Вроде звук есть. Короче. Блин, какая тачка. Так, BMW 3. Не знаю, что-то приглашение пока. Выхожу, я выхожу в день. Пробуем еще раз. Так, всем добрый вечер. Ну что у нас? Очередной. А, во-во-во, вышел. Ипсилон. Сейчас. Да. Принял. Ура. Че он там пишет мне опять? Ютубу не нравится мой битрейт или че? Что-то там плохое качество стрима. Настройки. Чем нам такое хорошее качество? Так, настройки стрима, аналитика. Все, принял. Ура, с первого раза, а? Не надо было мучиться, как обычно. Бывает. Так, ссылка копирована. Я сейчас сразу в Discord еще на сервер ссылку отправлю. Че, сегодня день пролетел быстро? Тебе уже ночь, блин. Так, чат, ссылка. Так, ну что? А чё на 5 граж зашел? Алло?
Че в гараж зашел? Что ты, блин? Пальчик поставил. Спасибо. Что? Не, ну, я в группу принял приглашение. Но а я находился в лобби. Поэтому и отправил его в гараж. А-а-а. Ну я выехал с гаража. Так, снукся. Вот это я понимаю реакция. Не то, что на Midnight Club. Я тоже на нем замечаю. М3, конечно, тема. Знаешь, что я сделаю? Сейчас я еще музычку включу. Музычку надо включить. Так, чтобы тихо-тихо играло. Дополнение. Вот тут 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 ту. Так, проедем. Это. У меня есть пару треков, тогда я скачивал с этого. Часовые. Там целый час включил, она кого шматит. Ну, у меня 12-часовая музыка. Ого. Ну, тоже копирайт нету там на него. Да. Так, слега, вот она. Да, час. Нету. Час только. Ты уже как-то это... Во. Че, мне опять YouTube пишет, и может опять что-то не хватает. Че себе, ты полицай! Блин. Ну я, конечно, так себе. У нас какие BMW на югах, Mercedes, у нас сейчас тоже бэхи есть, Ford. Были раньше ФВ Passat. Полицай, молодец. Это что такое? Надо вот так вот сделать, по минимальному. Это тоже музыка играет какая-то. Так, ну что? Погнали. Берем дорогу, чтобы побыстрее. Как тебе, кстати, девчонка танцевала? Нормально? Нормально. Она там сделали прикольно, как этот бокальчик такой, нифига ты улетел. И она там этот... Отправил приглашение. Секундочку. С. Все, принял. Есть контакт. Так, драйвер. Вот, я сейчас зайду. И с этого... Чтобы ни телефон, ни мозг. Вот. Все, отдельное окошко. Прикольно. Это ты по как там наклейки? Целый пакет такой наклеек заказал? Или как это так получилось? Это получается эти, как они... Когда заходишь... Стайлинги, да, этот? Ну, от сообщества. Что-то долго не начинается еще этот. Так я для всех выбрал. А, на всех сразу делал? Ну, ладно. Я выбрал для от сообщества и выбирал это... Ну, по-моему, там 12-й, что ли, был. Да. Красота. Вот. Инстаграм отправлю это самое. По полям. Осторожно, вверху можно подлететь. Да, я тут все время уходил туда влево, в кусты. Да, чуть-чуть было, я еще встретил правым боком ширканул другую тачку. Блин, в реале бы на такой тачке прокатиться М3, а. Ты как она отвалила? О, вот этот поворот хороший. Тормозим. Тормоза придумали трусы, но здесь можно.
хватило денег только на 5 запчастей по двигателю. Да. Даже на обвес денег не хватило. Ты что, опять все деньги потратил? Да. Да? Сколько машин купил? Все. Audi купил и оттюнинговал, и насколько хватило. Миллион ушел, да? Ну хорошо, миллион идет у тебя. Миллион было. У меня, в принципе, Audi тоже быстрая, но сейчас уже пару запчастей там не хватает, поскольку я давно уже на ней не ездил толком. Ну смотри, на BMW я за тобой держусь. Даже догоняю. Это уже интересно, что я тебе догоняю вообще. Один раз зазевался, врезался. Не, вот это вот прям игрушка, слушай. Вот здесь мощь. Да мне что-то прям сегодня Митнеклаб прям подсбесил. Первые разы как-то я включал, так прям изи все шло, да? А я еще взял все, что я до этого настраивал. Я настройки взял заново, начну ее, думаю, знаешь. Сбросил настройки, называется, себе на руку. Или на голову, не знаю. Короче, пожалел. Ну, это есть такое. Настраиваешь, вроде нормально, а потом бац. Да, так я помню, тогда стримчик делал на канале, еще драйвер был этот последний мой стрим по играм. Потом я решил, не, все, надо уходить оттуда, вот так не пойдет. Я хочу там оставить как влогами, да. Перешел сюда, а потом думаю, не, ну я буду проходить уже полностью всю игру здесь. Да что ты, блин? Куда полетел? Да, куда, вот, засмотрелся что-то не туда и... Это после дождя отражает, так постоянно плохо видно потом, да? Вот у меня так вчера было, да, реально, так это. У нас дождь прошел, утром также отражал, едешь, плохо так видно вообще дорогу, именно мокрый асфальт. Опять на полкилометра от меня уехала. На, сам в кусты. Ну, это уже на финише, е-мое. Не, нормально. Если бы я пару раз не врезался, можно было прийти вместе. А так я доволен. Доволен гонкой. Ну, да. Если бы там это трасса не улетел. Да. Да сам виноват же. Долго гонять будете, пишет Те. Привет, добрый вечер. Да. Привет. Только начали, в принципе, я думаю. Тебя ждем. Еще на пару часиков нас хватит. Час оков тут, ну. Привет, гонщики. Стер у меня. А, ну окей. Ну ты будешь сегодня к нам присоединишься или нет? Тимурыч. Ну тогда кушай и присоединяйся.
Всем здрям. О, 11, здорово. Здравствуйте, здравствуйте. Вечер добрый. Блин, у М3 там сбоку такой огонь, можно сосиски жарить. Братвурст. Хорошей игры от души. Да, полдня этой гонки ждал. Что-то как-то днем такие вот драйвовые такие вот Need for Speed, как-то днем не так играется, когда вот уже вечерок, темно, как-то интереснее. Привет, привет. А, спел. Ты там сигналишь? Нет, там нет. Другой игрок еще. Это та гонка, где я Тимура снизу пролетел. Да-да, вот мост. Да, вот теперь. Ой, вот это я сальто сделал. Ядрит Мадрид. Вот это было сальте-мальте. В реале уже бы все вот. От BMW 3 осталось бы BMW 1. А я еду. Вот это удар, вот это удар, пацаны. Вот это, кто сейчас видел, это привет всем, здравствуйте, всем добро пожаловать на трансляцию. Очень рад, что забежали там. Все дела, мы сейчас тут бензин, драйв, гонки, BMW. Вот. Полицейский за мной все время гонится, догнать не может. Что там чувак какой-то ушел, какой-то кинг, у него Lamborghini или что это было такое прям мощное. Ушел прям, я тебе дам. Ну, наверное, там V12 стоит, прям мощный. А я пальмы стригу. Там осторожно. Сейчас в воду опять пойдем. Купаться, не уйти. Да-да, тоже там моя любимая. Да, говорит, не уйди, говорит, я уже ушел. Я улетел со свистом. Ха. Прям четко. Я когда этот поворот уже увидел, уже тормозить в принципе бессмысленно. Ламба ушла по прямой. Ламба, мамба. Мам, эй, мамбо. Тут я даже кофе не сварил, блин, тел. До этого чай пил. У матери. В гостях зеленый чай. А завтра опять на работу, а? Бам. Прямой догоняешь, мне хорошо, да? 377. Да. Все, писец. У меня больше не едет. 76. Ну у нас что, у нас последняя скорость одинаковая, что ли? Да. Конечная. Фига себе, перед каким-то еще на вылете дело успел на финиш. Вам надо поиграть Track Mania. Вот там полетайте души и поржете. Трек Мания, что-то знакомое. Там трамплины? Или что да. Там? Где-то я это уже слышал и видел. В Steam есть такая? Че, еще да. Раз, это то же самое? Да, не буксуй. Вот он, видишь, Rubio King. Газует он на PlayStation там, да? Да, он рядом с тобой. Синяя. Ну, как бы не мы не именно в эту играли. Раз. Да, эта трасса находится внизу. Давай эту возьмем, тут сейчас нормально предлагали, что. Есть в Steam'е вроде, надо посмотреть. Ну, если в Steam'е есть, тогда проще будет нам, как бы, ну, соединением и всеми, с коопами, да. Двурбивы погнали. Эта гонка находится слева, внизу, на противозаправке. Там 72 тысячи отдаются за гонку. Да, здесь 69, там плюс бонус, что-то.
69 вроде мне показала. Сейчас я получил сколько? 90, 91. Нормально. На бензин хватит. А мы, знаешь, какая еще есть? У меня был Epic Game, этот Rocket League. Играл, Миша? Да. Тут тоже, тоже прикольно. Я с колдуном в ней играл. Вот, да, у Артема я ее видел. Колдун. И у меня и в Steam, и в Epic Games есть. Она и в Steam есть? В Steam я ее покупал, в Epic Games я ее бесплатно забрал. Вот, только хотел сказать, тебе же в Epic Games она бесплатно была. Бесплатная версия, есть TrackMania. Надо посмотреть. Потому что именно интерес в том, то, чтобы коопная была, чтобы мы могли соединиться быстро, просто и погнали. Вот здесь сейчас прям, когда вот нормально с сервером все, да, мы сейчас прям соединились махом, без всяких проблем. На тебе. Чувак на PlayStation заколебал. Они все кооп. Да, блин! Я на встречку выехал. Что встречных тачек нет? Повезло сейчас кому-то. Очень сильно. Вот это удар, блин. На еще раз. Ну здесь длинный трек, смотри, мы сколько проехали, только 20%, 27%. Да. Вот эти 4 трассы, они самые практически длинные и хорошо платят на них. Давай горку вверх, я даже Lamborghini обгоняю. Тут, конечно, подъем серьезный, да? Ты на километр... А, ну да, ты же Феррари взял. Нет. То есть на Феррари сейчас был красный, не? FX. Нет. Чё, на Audi так далеко ушел? Нет. Я Макларен взял. Не Феррари того? Я 380 развел. Нифига себе. Кто там едешь? В одного один. Никто не мешает. От всех уехал. Я от третьего тоже уже почти на 800 метров почти уехал. Да если бы не врезался, блин. Пару раз проспишь поворот. Во, направо. Ой, успел. Налево. Ну, считай, я в горку когда-то поднимался только. Я использовал все 5 нитро и поднялся в горку быстрее. А, ну да, ты на этом по времени чисто выиграешь хорошо. И потом прямой участок, я на прямом участке тоже все нитро израсходовал. Ну, я что-то редко пользуюсь им. Надо чаще нажимать, значит. Хорошо, встречек нету. Драйвер Сан-Франциско, тебе встречки постоянно летят. Страшно. Здесь едешь прям король дорог. Властелин колец, говорит. Все писец, все писец. 11 не хочешь Among Us поиграть, как на днях? Among. Тум. Финиш! Я по полю пошел. Началось, блин. Была офигенная немецкая игра, называлась Dead Card. Или типа того. Неоновый город, небоскребы, одни треки дорог. Там еще бомбы собираешь, рузы. Чего-то знакомое, слушай.
Я хочу все поиграть, но пока не могу коопить. Блин. Всем привет, хорошего стрима, настроения. Алла Поезд, здравствуйте, спасибо большое. Че, Миша, ты поедешь в туп, приглашение на тул делать? Да. Поехали. Че у тебя там по деньгам? Сейчас подзаработаем чуть-чуть сперва, или как? А, вот он. О, зеленого взял. 57 у меня стоит. Вот я сколько? Чуть побольше. Все, приглашаем. Алла, здравствуйте, да, здравствуйте, вечер добрый всем. Здравствуйте, Алла, хорошего, приятного просмотра. Да, ссылочка хорошего вот. Хорошего настроения. Вот закрепим, медведь с пивом. У нас как бы этот... У каждого стрим, еще у нас итальянец пошел кушать. Вовремя покушает, еще у нас будет третий. Что там делаешь? Когда мы сообразим на троих, поедем в ночь. Да, а на троих в ночь, кстати, прикольно. Мне понравилось прям. Потому что быстренько эти хит-гонки открываются, да? Да. Мы в последний раз с Тимуром ехали, ты не мог. Едем. Я говорю, приглашай. Я не могу. И потом у нас в одно время почти что у нас открывает эта гонка хит, да? Потом получилось так, то, что он с этими копами там тягался. Я еще был на третьем уровне, а он уже до пятого добрался, да? Я говорю, за тобой эти вертолеты летают, что ли, там, блин, ищут. Вот они потом с пятого уровня агрессивны становятся, да? Да. Бесит, что тебя поймать не могут, начинает его. А вот ты чего с Дизом бежал, я даже купую мужскую. Чего? Щетину. Бам. Ах ты, блин, нифига себе, это кто там меня так-то ранит? Серая какая-то тачка. Вообще что ли? Real King. Да, наверное, бешеный какой-то. Сейчас мы всех тут отправим, куда положено. Короче, отдыхайте, парни. Palm City. Да, вот эта дорожка такая, уже заезженная, но... Пока зарплату дают, будем ездить, да? Мне уже тоже охота как бы чуть-чуть тюнинг добавить. Я говорю, последний раз не получилось. А у нас что-то то ли двойной компрессор был, то еще какая-то хрень. Ну то есть последний раз мы вот выиграли на хитовской игре, опять 25. Вот это удар был. И ты меня еще сзади догнал. Я тебе скорости добавил. Да это точно, мне сзади. Так я сальто сделал на одном и том же месте, вот за стрим два раза уже. Шорт полетят. Этот третий игрок за мной ехал на такой же скорости, как и я, пытался меня догнать. Вот только я подпрыгнул, тебе скорости дал, а он подпрыгнул, куда-то улетел. А, ну да. Я, говорит, не справился с управлением. Я не бегал, я все еще там. Написала, что покинула нас. Она не покинула, она подошла просто... Пошла сварить чашечку чая или кофе. Сказала, я отошла, но обещала вернуться. На каком сервере? 11-й. На твоем сервере или у кого это? Триста 81 скорость на этом аппарате. Блин, тормози, опять, чтобы я не улетел. Нет, блин. Ты что там это? Да я опять туда ушел, мне постоянно туда в воду тянет, блин, где же водолей? Наш багажник, он трясется теперь. Опять я туда ушел, я уже даже до воды в этот раз не доехал, и все равно экран потемнел. То есть там вот эти камни, шансов нет, что я выйду на дорогу на главную, да? Все, экран темный стал. Да, у меня. А, понял. Мне кажется, я у тебя тоже в Дискорд уже есть там. Тоже там вот этих... Два года назад я не знал, что такое Дискорд. Потом сделали один раз. Теперь у меня там у этих серверов, блин. Конечно, только два или три активные. Остальные так. Звали. А на самом деле зайдешь, там ни с кем не поговорить, ничего так. Конечно, через Дискорд удобно. Вот как сейчас включили стримчан. И сидишь тут, разговариваешь спокойно, без помех, да? Миша от меня, наверное, 6000 километров. Может, даже больше. Сидим спокойно, разговариваем. А я чекпоинт пропустил, блин. Вот я балбес, шарик.
Ну это все уже, короче. Лажа полная. Вот я шарик бомбес. Из-за этого лучше пускай сервер будет скромненький, но активный, да? А то, блин, по 500 человек, а там только 3 общаются, остальные все тихонько сидят, как эти, читают сообщения. 340, 350, 360, 370, 5, 370, 5, 6, все, пипец, она потом уже бедная. Вообще, перед финишем еще решил тут вылететь. А, блин, четвертый. Дискорд очень удобно для общения. Да, Дискорд, я говорю, 2 года назад меня познакомили с ОБС-программой, с Дискордом. Я Дискорда поначалу вообще не понимал, что там происходит. И теперь я просто себе не могу представить. У меня даже Дискорд есть на смартфоне. Очень все просто, очень удобно. Даже я в пути еду за рулем автомобиля, можно пообщаться и клево будет. Так, все стеснительно, но у меня Степ частенько во флудилке. А, ну все, понял. Я сейчас посмотрим. Проверю. Чего посмотрим? Степ? Нет, трекмания в стиле. А, ну посмотри. А мне, блин, отдельно переходить на другой экран. Серф удобно. С одной стороны, да. Да, да. Ну, серф или у тебя там в друзьях, допустим, много кто есть в списке. Тоже как бы удобно. Это очень удобно, да. Ну, тем более, видишь, мне как бы удобно. То есть, представляешь, тут подкаст или просто вот стримчан какой-нибудь врубил, и тебя хоп, с ними общаться. Очень удобно в плане качества. Смотри, включил. Раз, два, и говорим. Просто кинул, в личку написал. Да! Не, очень удобная хрень. По-любому. Есть там бесплатная. Не бесплатно? Есть бесплатная, говорю. Трекмания? Да, я скинул в Дискорд. Ага. В личку или этот? Ну, нам в личку. А, втроем туда, да? Ну, окей. Посмотрим. Можно бы тоже как-нибудь потом стартануть, да? Почему бы и нет? Блин, дождь прошел, все, началось. А тебе куда приехать? Да я тут гоняю вон. На скорость фотографируюсь. Вот меня этот Рубио зовет. Пошли. Он тебя тоже зовет? Да. Пойдем. Все, я согласился. Возьми нормальную эту тачку, прям. Прям этот, у него не было шансов. А, мне надо машину отремонтировать. А где ее отремонтировать? 36 секунд, где гараж? А где заправка? Вот она. Доспею доехать. Давай, 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 пошло. Блин, я проехал. Да, я мимо проехал, был без. Не. Да хрен с ним, ладно. Сейчас на скорости будем смотреть. Трекмания, думаю, лучше за нал взять последнюю версию. Там и графа приколов больше будет, а бесплатный хз. Я люблю заплатить и спать спокойно. Вот, вот в этом, вот в этом моменте 11 я с тобой прям согласен на 100%, потому что взял вон, купил, она у меня там есть, есть ключ к ней, честно, все и все.
Тем более, если эта игрушка недорогая, она уже давно на рынке, как бы, какие проблемы? Ну что такое? Слышишь сигнал какой? Да. Jingle bells, jingle. Прикольные. Бам! Да что ты? Толкаешься, блин. Сейчас у меня какой-то Макларен тоже такое. Подвиньте, подвиньте. Ладно, братва, сейчас мы вас подвинем. Блин, да я их в повороте вон обхожу, как будто они на месте не едут никуда. Вот только 2-3 человека первый. Вот ты, вот этот Био Кинг этот. У него звук такой от машины, я слышу. Вот это синька с глушителя. Кстати, по этому треку я дрифт делал на Мерседесе. Ты туда поехал? Я тебя их пропустил. И я тоже теперь на тебя засмотрелся. Ха-ха, блин! Серьезно, что ли? Миша! Смотрю, куда ты поехал, сам мимо человека проехал. Ладно, 25% еще, может быть, первые три места займем. Такой дорогой, блин, слушай. Кто ее тут построил? А я снова второй. Да ё-моё, у тебя там мотор-то, блин. Нормально все. Так, один круг уже у нас в копилке, да? Значит, Феррари. У нее 9,8 на разгон. До 200. Ускорение 9,8. Ну. Да стрела, блин. Ты чё, эта тачка прям вообще... Тучка. Направо? Да, я это на этом треке я ездил на Мерседесе, на CLK AMG. У меня здесь этот же, или... как он называется? CLS. AMG 63. Да, дрифт. Вот. И не раз бабки зарабатывал. Первый? Нет, это не первый, второй. Врезался. Ты с этим постоянно, я смотрю, прям такой достойный соперник, да, у нас появился. Да. С таким прям сразу спортивный интерес просыпается. Тут уже, короче, идет это. Мочилово. А? Мочилово. Да, но я имею в виду, здесь уже идет спортивный интерес в плане того, что дело не в деньгах, как бы, да, не финансово, а сколько там получишь, там, 60 тысяч или 70, а чтобы просто его на место поставить. А у него это, RX-7. Угу. Он оторвался. Блин, я приехал какой-то 5-й, 4-й. Трекмания, да, я посмотрю. А ты трекманию нашел за бесплатно или за деньги, это Миш? За бесплатно. Окей. 46 тысяч. Потому вот. Что она у меня. Она у меня в этом в стиме есть. Уже в библиотеке в твоей? Да. А. О, у меня опять 2 миллиона. Слушай. 120. Ну давай еще трек какой-нибудь, где бабки дают. Что-то это слабенькая какая-то дорога. Я вот это даже Макларена, блин, делаю. Ну, у тебя какая красная ласточка. Мама мия. Собрались, смотри, вот он опять эксперт. У него Вентадор. Что, будет звать, нет нас? А у него с Xbox играть может? Ну хотя, в принципе, Xbox, это же как Microsoft, как компьютер, без разницы, да? Ладно, я его зову. Поехали. Я уже вызвал. Когда? Вот только что, чего сейчас скинул. А, так это я звал? Нет. Другая гонка. Рибок позвал. Не, у меня там нету. Значит, ты там один. Я нажал фара. Выйди мне или что? Ну да. Да и я не принял приглашение.
Ну давай, короче, тогда поехали дальше. Потому что здесь это гонка, которая сейчас мы рядом стоим, здесь мало платят. Что у нас там по карте есть? Есть мало, мало. Вот есть новое, оно на время. Во! Нашел! Поехали! За мной. Ты еще в чате писать можешь там? Ай. Во, гонка здесь. Да, нам бы попозже посмотреть обязательно трек Мони. Ты играл вообще у нее, нет? Нет. Так, есть. Получается, и... на Феррари мощность 9.8, максимальная скорость 10, ускорение 9.3 и 9.3, нитро 10. Ну там все. Макларен получается 8.4, 10, 10, 10, кроме мощности. Там на букву N нажми, там у тебя данные выйдут, сколько лошадей, сколько мотор. Там нажимаешь, там букву на клавиатуре, если ты играешь. У тебя все данные мотора выходят. Как объем. Тысяча 411 лошадей. Ни хрена себе. 6,3 лошади литра. Бесед. 1400 лошадей. От 1411. От 0 до сотни за 2,4. Максимальный крутящий момент. Просто. Не успел прочитать. Максимальная скорость 377. Да жесть, жесть. 11, если мне на нее денег хватит. Трекмане, возьмите последнюю часть, там бомба игра. Кванта Коста. Вас Коста даст. Трекмане. Сколько она стоит? Не знаю, надо посмотреть. Надо заходить из всего этого. Фига себе, он газует там. Евро 20-25. Ну этот счет 2000 будет. О. Миша, наверное, 2000, наверное, будет. Посмотрим. Посмотрим. Как надо. А? Да, мне надо будет скидку. Мне надо будет поставить эту игру в желаемые в стиме. Эти два гонщика уже первые. Кто? Ну кто, эксперт с Рибок? Нет, я первый, второй. Да, Рибок я сейчас только что ударил. Надо его поставить желаемые игры в стиме, и будет скидка. Да, я делаю всегда, если надо, какая-то игра меня интересует, ставлю ее в желаемые, потом они мне через 2 недели максимально начинают слать скидки, чтобы я купил. Ну короче, все это понятно, как это работает, как и на базаре, да? Фига себе, она у тебя так, как будто она вообще не едет никуда, моя машина. Вот это скорость, вот это драйв. Фига, я поворот нормально вписался, еще успел. Я почти вошел. Хорошо, баллончик с нитро был. Макларен подвинул, я видел. Он за мной через оправку хотел срезать, что это... Эй, Вася, серьезно? Смотри, что творит, а? Смотри, что творит, а? Ну, Рубика я сейчас только что... Это, нагло так выпинул. Да, вижу, написал кто-то в чате. Я сейчас обязательно доеду до финиша и прочитаю чатик. Молодые люди, обязательно пишите больше, чтобы было что читать. Ты что-то ранишь, эй, Василий, в натуре. Вот дает, а? На тебе в бочину. Захотел? Я не. Вот дает, а? Ехал спокойно за булочками с утра пораньше. Никого не трогал.
Не напрягался никуда. Тут хоп мне так сбоку. О, ах ты засранец. Хорошо, я на BMW еду, а не на Opel. Да чё ты творишь, слышь? Фу ты, блин, за этого урода чекпоинт пропустил. Он меня толкнул мимо чекпоинта, прикинь. Я дальше еду, а точка оставалась синяя. Вот, зараза. Писец полный. Чё скажешь на тебя, Барселона? То же самое, желаемое, сразу скидка. Да, я тоже желаемое ставлю, желаемые игры. И обязательно потом они понимают, что ты хочешь ее купить рано или поздно. И все равно начинают скидывать потихоньку. Но я же хитрый, да, я жду. Вот когда нормальная скидка будет. Вот почему я в этот Need for Speed Heat играю? Я когда скидку, блин, поставил эту игру в желаемое, просто так, наобум. Они мне скидку сделали в 90%. Ну, я ее и купил. Она стоила в то время почти 40 евро, да? А я заплатил 3 с лишним. 90% скидка. То есть, бери не хочу, да? Еще и делюкс у меня, во. Пару тачек есть, что не надо тебе париться. Они у тебя в начале игры уже такие мощные были тачки. И на двух тачках, блин, сюжетку, можно сказать, почти прошел. Блин, четвертый. Из-за того, что меня вот этот вот оранжевый хрен в бок толкнул. 80 тысяч в загон. Ты уже по... Ты уже на финише? Да. Ну да. Миша уже к новой гонке готовится, а я еще до эту не закончил. Все, я ему отомстил. Я третий! Ох, ё-моё! Третий уже нормально. Ава угорает. Ну-ка, сколько мне дадут копеек сегодня? 84 718. Вот, а игра всего стоит 20 евро. Так что денег заработал нормально. Можно трекмания купить. 400 игр. Или 4000 игр. Давай еще раз это же, нет? 52 тысячи еще платят. Так, погоди. Пусть у них это... Че? Стратегия. Об это... Охренели чуть-чуть, да? Ага. Ты газуешь там? У меня там мощней, ну. Он меня протаранить пытается, а я его с места сбегаю. Ну, а, ой, я твой двигаю. Стрим включил отдельно. Да, вот этот оранжевый черт. Вот он меня, блин, странит. Я на своем стриме этого. Встречал уже? Нет, оставил ссылку на эту. На Trackmania бесплатную. А, вот, нашел. Trackmania. Окей. А как мне сделать, чтобы она у меня в библиотеке оказалась? Это в Steam зайти надо. Да господи. Кто? Теперь он меня, да, оранжевый толкает. Че, больной, что ли? Ну, понял, что со мной тягаться бесполезно. Так я вообще на него забил. Эй, блин. А, не мышка это наружка. Так, давай, Steam сюда переходим. Как она там полностью вот так вот, Trackmania. Ну, самая первая, что ли, это бесплатная, которая или какая? Алло, что она ушла? Эй! О, господи, Steam, я тебя обожаю. Ну это старенькая, бесплатная. Так, поиск, Trackmania. Самая первая в листочке или нет? Или какую ты находил? Trackmania Nation Forever Demo. Она просто Trackmania называется. 2 февраля 23 года. Ну да. Так, нажимаем. Да, вот, похоже на эту библиотеку. Библиотеку я поставил. А, который говорил нам... Я скажу. 11-й. Trackmania Turbo есть. Есть Trackmania United Forever. Какая из них лучше? А, United Forever еще 18-й год. А Trackmania Turbo
16-й год. Но она стоит 40 ракет. Офигеть. Мы ее поставим сейчас в желаем. 11-й, 3 февраля 23-го года. Трекмания бесплатная. Она последняя получается. Ну, по идее. Трекмания... Турбо на 16-го года. Погоди. Трекмания Nations Forever 8-го года. Она тоже бесплатная. Трекмания Lagoon Demo бесплатная. Трекмания Stadium Demo бесплатная. Трекмания Valley Demo бесплатно. Не, ну демо-то не надо. Тоже бесплатно. Это же демки только. Вот этот Forever, Nation Forever 8-го года, она бесплатная. А остальных нету. Каньон, Волей, Стадиум, Трекмани, United Forever 8-го года. Ну, я поставил вот это за 40 евро, я поставил ее в желаемые. Трекшот Мания, Rocket Assault, Шот Мания. Ну, короче, 11. Нормально. Ладно. На моем канале можешь посмотреть, какие есть версии у меня доступные. Я сейчас их открою. Бархата, здорово, Лайкоща, спасибо, что самая дорогая круче. За 40 евро. Я, короче, за 40 евро поставил в этот, ну, сами поняли. Желаемый, привет, типа. Бархату. Александр, здорово. Ссылочка вон на медведя, соответственно, в закрепе. Кто в курсе, кто не в курсе, медведь там, как всегда, с пивом. Он не за рулем, с пивом. Так, ну чё, давай заработаем тебе еще чуть-чуть на колеса. Тоже покрышки стер, пока ездил. Аллочка. Алла, давай, Саша. Давай тогда сейчас гонку, и потом выходим в лобби. В ночь. Нет, смотри, сервер, на котором вы играете, вскоре будет отключен. Сохраните свой процесс. А, вижу, да. Войдите в лобби, а зайдем снова в другой сети. Блин, я уже давно за медведей в курсе. Да, медведи они такие. Сперва в цирке на велосипеде начали ездить, а потом на машине с пивом за рулем. Так, ну чё, ну я не знаю, 22 секунды. Вот, он называется у меня «Редкий медведь. Гонка». Здорово. Редкий медведь. Здорово. Сейчас как раз гонку завершим, зайдем. Ты вовремя, вон, когда Феррари почувствовал, итальянец пришел. Сейчас, подожди, мне надо создать сначала. Да, спокойно, не торопись. Вот теперь у нас третий подошел. Третий не лишний в компашке. Попозже мы... Как раз и в ночь пойдем. Да, добавлю его и в описание стрима, и в описание канала. В этом, как его называется, в описании ролика. Все, добавим все. Ссылочки есть, заходите, знакомьтесь, общайтесь. Видишь, какой медведь. Так, у нас что, 8 часов, 8, 20 минут. Вечернее время, центральное... по Европе. Так, у тебя сколько уже, наверное? Час ночи уже тебе или два? У меня час ночи, в Москве 21. Кто там третий? Третий у нас там Tia Games, Italiano. Он в Италии. У нас Сибирь, Германия и Италия. Ну, короче, Tia сейчас он придет. Ссылочку попозже на него обязательно. А он сейчас тоже стрим включит? Ссылочка у нас будет на него тоже. Я потом его добавлю. Потому что я не знал, он придет сегодня еще, успеет, не успеет. Из-за этого сейчас у меня в названии стрима только Миш пока стоит. Ну, потом все. Блин, вот эти на Ламборгини толкаются, засранцы. Тебе я сам закосячил. Пензы не хватает. Саня, если ты возьмешь вот такую бэху, там Мазду возьми, вообще Опель, вообще пофигу. Давай будет. Пенза за рулем, ё-моё. У нас потом получится такой квартет уже. Кватро будет уже у нас. Кватро. Кватро стадионе. Ну-ка. Кватро стадионе. Стадионе, стадионе. Джонни, блин. Я такую брал пиццу не раз. 4 разных этих. Кватро Формаджи. Формаджи вот что-то мне так себе, если честно. Вот, я не знаю, один раз я попался, жена сказала, не бери больше. Там, короче, сыр был, который, знаешь, этот, на вкус так себе. Горгонзола.
Наверное, да, Аргуай. Она... Я его так-то не ем, как бы. Тут его еще на пиццу положили, как бы от души, да? Как бы, ну, Гауда я ем прям очень много. Обожаю сыр Гауда, но вот этот Горгонцова, конечно, как будто, знаешь, как будто носки на пиццу положили, подогрели. Короче, на любителя. Кто-то любит, кто-то нет. Кто-то, блин, креветки ест, кто-то устрицы, кто-то просто лапшу ест. Я что-то вообще во вкус вошел, вот пасту именно с чесночком, с оливковым маслом, прям, знаешь. Просто, удобно, быстро. Соусом еще. Ну да, соусом. Когда как. Всяко можно, у нас дети только и кушают. О, нифига себе, платину Бархатов. Я сейчас прочитаю, но ты, я видел, ходил сегодня с этими демонами. Слушай, ну у меня там крыша поехала. То он, Саня, так орет на стримах Бархатов там, да, говорю, ну... Нервная система, конечно, под ударом, я бы сказал. Платину собирать, там эту платину. Если бы тебе еще бы зарплату бы давали за платину, ну то есть платину собрал, 50к получил такое. Нормально, в принципе, тогда есть хоть за что, да? Прям. Я вот здесь тоже вот ездил, говорю. Давайте вот, что мы здесь выиграли, мне хотя бы с двух гонок зарплату скиньте. Я потом вообще два года появляться не буду здесь. Я на два года уеду вот туда, к Тимуру туда, он. Бибионы, блин. Мне там столько охватит на два года. Лёка. Там, говорит, где солнечное тепло. Зимой, конечно, там прохладненько тоже. Ну да. Я его сейчас пару секунд это сделал. Ничего себе, у тебя там, да, он тебе коры. А я третий всего лишь, ладно. В принципе, с первые 2-3 места небольшая разница по деньгам, у да, сейчас? 0,3-24-73, у него 0,3-24-79. Офигеть. А я опять на медленную тачку буду. Чего у тебя? Медленная тачка будет, медленнее вас. Всего. Да, ну бросьте. Что-то, Олег, сегодня осталось одного босса. Все, платина взят. 11-й босс, последняя платина в кармане. Много не всякой попили. Теперь New Game Plus. Так, я что-то медиум сегодня подзагнался. Да. Так, поехали в гараж. Отработали платину. Все, хорош нафиг. Да ты с этими соусами. Нервная система подсаживается. Отдохни чуть-чуть. Все ачивки выбил. Ничего себе. Новые горизонты. На New Game круть бронь. Все новые. Да, ага. Ща, 11. Так, ну чё, Миша? В ты... гараж иди. Подожди. А, да, у нас нам же... надо в лобби. Сервер, да? Yes. Подожди. Нам надо куда, говоришь? В лобби. В лоб. В лобби. Так, заходим в гараж. Точно, иначе у нас все, что мы играли, оно так. Что-то часто началось с этим серверами, да, закрываться. Скоро вообще... Сервак. Да, 5.25. Так. И может ты где? Тимур, мы... Не удалось SD трансляцию, что такое, почему? Теперь и в медиум у меня на канале будет до конца. До последней капли крови! Так, ну чё? О, у меня уже 2 миллиона есть. Так, ещё раз пропишем. Что такое уже было? Тунинг. Тунинг, тунинг. Так, элита. Ну, у меня, в принципе, по запчастям осталось нет. Немного. Ты в лобби уйди. Подожди. Все. Олег, тебе надо зайти в лобби. Я уже принял, что-то. Я говорю, в лобби тебе надо зайти. Ну, я принял твое приглашение на... Нет, погоди. Вот ты видишь, у тебя еще черная полоска внизу. Уже нету? Нету. Ну, я принял ее же. Вот. Теперь я жду тебя. 23. Вот сейчас Тимура ждем. Я тебе, я принял уже все. Так, а теперь Lord of 3 возьму, буду проходить. Это, Саня, это Бархатов, это новая игра какая-то? Это Lord of 3, ZFA, там мне там сердечко-то стоит, ютубовское, блин, как вы нахрен придумали здесь сердечко? Не видно там, что написано. Иногда да, я там видел где-то в меню, можно было ее выключить, и надо будет ее выключить, все равно никто не нажимает. Lords of the Fallen.
Опять соус с кетчупом. Тьфу ты, ёпарса, ты опять 25. Ты на этом Demon Souls орёшь. Во, работает, спасибо, кто нажал от души душевную душу. А я вам купил геймбой такой маленький, короче. Тест-драйв на 2 дня назад делал. Не знаю, ролик как-нибудь на ютубе выйдет. Вообще, вот это ностальгия, все игры Дэнди. Вот там, геймбой. Блин. Вот там помучиться надо. Геймбой, да. Мы с этими посостязались сейчас в гонке. Подзаработал. 563 уже. Ох! Ох! Создалось. Ну, когда, в принципе, если вот по 90, по 80 тысяч дают тебе, да, чему там, 6-7 гонок, у тебя уже бабки, уже можно опять в гараж эти тачку покупать. Первые лорды круче. Я не понимаю вообще, но нравится Сашке Souls. Да, ему нравится. Реально, ну, то есть, он и... Я не знаю, но, Саня, ты относишься к этому, иногда, конечно, очень серьезно. Я в этом плане, наверное, попроще чуть-чуть, но... С другой стороны, если ему нравится вот нервную систему утратить, он это делает с удовольствием. Она, конечно, чуть-чуть на них там поорет. Иногда прикольно орет, шутит, иногда там сидит, там вообще ни с кем потом не разговаривает, да, орется, что ему надоест. Но с другой стороны, как бы, ну, нравится, да, играет, что поделаешь, да, то есть, если нравится, то вперед. То есть, если нам он нравится, то он... От полиции, говорит. У нас игра называется этот «Берегись автомобиля». Помните фильм советский, хороший, добрый? «Берегись автомобиля», когда он говорил этому менту, милиционеру говорил в то время еще, говорит. Ты, говорит, убегаешь, а я догоняю. Говорит, вот такая, да. Или наоборот, говорит, да. Да-да, я, говорит, убегаю, а ты догоняешь. Когда молчу, я изучаю. Да-да-да, изучаешь. Ты как этот, в университете препод такой. Очки такой ниже опустил. Заценил ситуацию вокруг, говорит. Я, говорит, вот стараюсь, говорит, вижу, говорит, нихера, говорит, вам это не надо, говорит, да. Я, говорит, буду молчать. Ну вас, говорит, в Караганду. Почему не медведь не добавился в название, что-то такое? Когда ору и смеюсь, это значит все окей. Я понимаю, мы уже с тобой больше года знакомы, я уже твои реакции как бы знаю, и знаю, порой же иногда даже знаешь, какой мат будет вылетать, это вообще веселая тема. Так, ну что, там кто не готов, парень? Ё-моё. И мы уже ждем. Сейчас. Ну давай. О, все, добавился медведь, отлично. Все, добавился? Да. Давай, Миша, стартуем. Подожди, не добавился, в название добавился. Да ёп. Так, можешь высылать мне приглашение, потому что я вхожу это... в игру пока что. Олег, да. В игру вашу. Ты в названии сменил? А я сейчас же не могу во время стрима что менять там. Ну в Ютубе ничего не можешь менять? Нет, но когда стрим идет, уже я ничего не могу. Ладно. Во время стрима уже. Я потом поменяю, допишу его, да и все. После стрима. Сейчас во время стрима там уже ничего не поменяю. Это уже все. Я один раз так во время стрима пытался что-то поменять, у меня все выключилось. Так. После стрима в описание добавлю. Ну, в название прям, чтобы у тебя это через собачку это, да? Так удобно тоже. Прикольно. Саня, включай Resident Evil, блин. Как он называется? Визин этот, вазелин. У меня, кстати, вот тут на PlayStation тоже есть, я не знаю, тут думал, прикольнуться включить, что ли. FIFA нашел. Я вот игру, короче, купил, мне дали FIFA 12. Я такой, че? Там еще. И вот эта прикольная игрушка была. Сейчас скажу название, как называется. Олег, я жду от тебя Секира. Я поставил Секира в Стиме, в желаемый, чтобы купить. Как мне сделают хорошую скидку Секира, обязательно будем играть. Отвечаю. О, тоже надо взять. У меня же Секира татуха на руке, ё-моё. И теперь я должен играть. У меня реально татуха. Блять. Darkness, вторая часть. Тут прям вообще страшная такая картинка в 3D на игре. Я не знаю, что это за хрень. Играл когда-нибудь Darkness кто-нибудь в эту игру? А Секира, она где и на какой платформе? Ну, тоже в Steam есть. В Steam на PlayStation она тоже, мне кажется, есть. У меня так вот есть на PlayStation 3. Ну, ладно, ладно. Evil Within. Все. 100% Uncut. Вообще, это не моя игрушка. О, Need for Speed Run, кстати, я еще тоже получил, да, пацаны?
Need for Speed Run. Need for Speed Run. Только у меня она на PlayStation 3, не на компьютер. Там, скорее всего, на PlayStation сервак закрытый. Вот это будет проблема. Завтра буду проходить дальше Резик 4 дополнение. Вот, Резиден, надо DLS допройти. Что такое DLS? DLC. Дополнение. DLC. А, окей. Ну я в этой... Ну, так же, как вот в хите дополнение Макларен и... А, Мартин. Ну, то есть дополнительные какие-то эти... Да. Задания. Да-да-да. А, все понял. Блин, вчера с этими дополнительными заданиями в Uncharted съем. Три часа, блин. В ночь идем? Записывал. Василий, привет! Да, так, я вырубаю стрим. Спасибо за лайкос. Ты еще стрим не включил? Я включил только что. Надеюсь, он включился. Че, в ночь идем сразу, да, пацаны? Да. Алло. Все, пойдем в ночь. Я врубаю. Бам. Бам. Смотрите, какая бэха, а. Ну какая попка. Ну красота. Вот это вот самая любимая тачка. О, включился. Включился, я всех приветствую. Сразу, сразу. Здорово, Тимур, блин. Здорово, Василий. Хорошего. Вот, включил. Это хорошие игры. Опа. Полстар. Опа, опа. О, опа, опа, какая вышла попа с гаража. Во, все трое вышли в один раз с гаража. Нормально. Вот это вовремя. Круто, наконец-то сбылась мечта. Вот да? Это начало. А то постоянно, блин, друг друга ждешь там чего-то как-то. Че, Миша? Поехали ментов терроризировать. О, у меня нет подсветки. А, хотя... А у тебя машины на электричестве. Подсветки, ладно. Фонарик дайте им. Так. Отправил приглашение, принимайте. Че, это у тебя лотос, что ли? Я стрим. Я стрим назвал «Летучий голландец», мы обязаны пройти эту гонку. Кто гонку не принял? Я нажал, принял. Там мне вышло что-то, там я нажал «Е». А что, это было не то, что ли? Нет. Тебя нету. Кто-то нажал «Е», кто-то нажал ты, треугольник. Подожди, вот гонка начинается. Сейчас, секундочку. Что, не то, что ли, принял что-то? Езжай. О, у меня такой же Макларен. Нет у вас ни одного. Я говорю, езжай, ты одиночную взял. Фу ты, ёп. Ну она быстро, проценты быстро идут, она быстро закончится. Сейчас я. 5 секунд. Так, я успею. Я иду первый, прям как делать нефиг. Мы сейчас ее уже проедем. Ну давайте. Здесь нельзя. Ладно, не вышло окошко, я нажал, но согласиться. А получилось так, что вас тут нет. Ты первый быстро подъехал, нажал. Вот это называется, поспешишь, людей насмешишь. Да, не торопись. Вон уже и полиция едет, вон. Увидал? Я только про них вспомнил, друзья мои. Права не дам, самому нужны. Алло, гараж. Он меня обогнал. О, он по твоей тачке нормально. Во. Вот это опять этот мост. Там чел по твоему Макларену прошелся. Ну, она, как обычно, вот это вот начинается, вот это вот. Мы только что ехали, вспоминали, когда Миша говорит, над тобой пролетал там, да? Ну, да, все, я видел, но я не про то. Что? Меня скинули под мост. Я один раз закосячил, все. Это что, сам ух ты, ни хрена себе, камеру поменял. Фу-фу-фу. Еще и чекпоинт пропущен, ну, замечательно. Ну, чекпоинт пропускаешь самое обидное, потому что ты тебя пропустил. Меня чекпоинт, все. Выкинули. Может сказать, игра о, закончилась, Василий, на тебя. Блин, друг, лайк, спасибо. Василий к ним. О, отлично. Я могу еще единственное, что я могу, знаешь что? Я сейчас в закрепе здесь добавить его. Во. В закрепе себе на канале я могу сделать это. Но мне надо. О! Мне хит штуфа 2 дали. Все, понял. Че это? Ну, второй степень этого хит загорелась. Ага. Штуфа. Ты говоришь с нами немецкими странными словами. Я даже уже хит не заметил. Какой-то. Извиняюсь. Штуфы, ну, а какая у тебя там уровень, степень по-русски? Да, как? Степень. А чё вышел медведь, что случилось? Миша, ты куда пошел? Сигнал работает, надо машину заглушить. Вот. Покинул. Сервер покинул? У меня игра покинул, зависла, в Дискорд отключи, и Дискорд отключился, у него и то, и то. Без проблем, понял, мы ждем. Все хорошо. Ладно. Я гонку проеду. Да, давай проезжай. Так, абонементы, сейчас я посмотрю, где твой стрим. Его тоже добавлю в этот.
как он называется. Наоборот, прикольно. А, ты еще странные слова, мы выучим. Ты еще с камеры. Ну да, я твои итальянские запоминаю, блин. Мне итальянские интересны. Я решил, что стримы с камеры буду делать, а летсплей наоборот без камеры. Ну, правильно. Есть. Это так удобнее, а то еще с камерой возиться там, ты же знаешь, отдельно записывать. А стримы пускай. У меня вообще сегодня с камерой было прикол. Я, короче, знаешь, что получил? Да, блин, не успел уехать, полиция поймала. Вот козлы. Короче, у меня же Streamlabs, и камера на USB висит, и карта захвата на USB. Я сегодня, когда начал... как он называется? Скажи, я скажу. Я начал сегодня запись? На PlayStation 3 игру Meet the Club Los Angeles. Это было... Да, Вась, привет. И, соответственно, у меня получилось так, что... Так, Васю сделать надо как бы... Васю канал сейчас мы сделаем. Блин, а чё я не могу открыть его? Ну, вот так? Нет. Ну и, короче, у меня получилось на одном и том же этом ярлыке, вот здесь в Streamlabs, то есть... И... веб-камера и PlayStation 3. То есть я включаю, или у меня работает PlayStation 3 захват, или веб-камера моя. То есть получается, теперь стримы мы из PlayStation 3, камеры не будет на экране, да? Я что-то не понял, что за фигня произошла, но я до этого играл-то ее через OBS. Там как бы и то, и понятно, то. Понятно, Streamlabs не захватывает. Streamlabs, я что-то не мог, у меня не получалось. Спасибо за стрим, народ. Я с Паткина работаю иногда. Да, все, понял. 11, спасибо большое. Будем за Trackmania смотреть. Trackmania уже скинул ссылку. И Тия тоже у нас по-любому еще будет. И по этой игре коопчик, я чувствую. Спасибо большое. Удачи. Завтра на работе много не работаю. Работа вообще вредна для здоровья. Только для разнообразия работайте. Так, я тут. Вот, пришел. Что у тебя Windows сказал? До свидания. Не знаю, что-то все зависло. Как странно. Ладно, я приехал пятым. Пойдет. А я приехал, под мост стал, и потом полиция приехала, и... Понятно все, да? Я с ним пока поздоровался. Я на одном мониторе ковырялся, там все. Так, тогда ты заново сейчас стрим включил, да, уже, Миша? Сейчас настроюсь. Передвину. Качество соединения отличное. Замечательно. А сколько там по... А, ну, 7,5. Ой, куда? А что у тебя такой экран здесь черный наполовину? А потому что я выходил в винды. Ага. Почему тут скрывается так? Я отходил вебку передвинуть, потому что закрывал этот спидометр. Да. Ты прям сложно. О. У тебя машина выглядит быстро. Может там тюнинг, можешь еще на ней добавить, нет? Пробовал? Не могу, мне деталей не хватает. Ну тогда тебе надо здесь по-любому ночью поработать. Сколько у меня там? 375 она сейчас. Ну-ка, уже забыл. Ну, как 400... вот, 367. Как 400 плюс будет, тогда будет нормал. Ну да. Так, давайте летучий голландец, и так назвал стрим, так что мы обязаны его пройти. Ну, конечно. Все будут готовы. Может, я где-то покатаюсь. Так, я на секундочку. Кольцо есть ночью, нет? Кольца нет ночью, прикол. Не. Есть гонка кольца ночью? А должна быть. Что-то не вижу. Гонки есть. А, не, я имею в виду на стадионе именно. Там нет. Как я вошел. Чё, у меня трамплин не выполнен?
Ага. Две звезды. Не. Кто это здесь катается? Ой, мне не догнать. Посмотрю. О-о-о-о! Ух! Жесть сделал. Непонятно. За бок съел. Да. Вот так. Да. Здорово. Так, я здесь. Ну что, вы начали, что? Он не сделал, что ли, еще? Алло-алло. Я на стадионе. Миша, начал игру, нет? Не, ну, как запускаюсь. А, окей, ну жду. Ну, у тебя стрим был, сколько он? 1 час 10 минут и бам, бам. И заново все, и стрим тоже? Помогаю, да, помогаю с прокачкой друзьям. А, вот стоит, ну. Я потом кое-что добавлю, мне понравилось, вот название хорошее. Так мы сделаем. Эй, трамплин, не мешай мне. Может, я больше сделал? Ух ты, ё. Сколько? 127. Даже меньше сделал. Ну ладно. Бывает. Ну-ка побью. Мне пришлось все окно открыть, потому что кислорода нет. Тут еще на комнате нагрелось, все, мониторы работают. Да. Проветривай. Ну да, я вот что-то сидел, что-то, блин. Так плохо, жарко стало. Давай, что такое? О, чуть кислорода запустить. О, фига, почти 150 прыжка, норм. Норм. Так, куда теперь? Выйдем отсюда. Бам. Туда, что ли? Я, наверное, зайду сейчас все-таки настройки поковыряюсь там. Студия. А, в студии мне ничего нельзя делать. Характер. Очки поменять чуваку. Привет, Гонки Драйв. Здравствуйте. Привет. Вечер добрый. Так зайду-ка в гараж, починю машину. Чтобы у меня починки не тратились лишние. Что тебе пригласить? Ты в какой-то лобби зашел? На игру кого-нибудь? Запускается. Окей. О, Егор, здорово. Тебе попался. А вот у меня лама на 390 есть, но у него управление такси. А вроде настроено, как и этот, как и Polestar. Ну-ка. Не знаю, как здесь. Ой. Смотреть. Только так можно. Ну-ка. Ну да. Управление такое же, как у Polestar. Сразу в ночь опять идем и все. О, Игорь, здорово, хорошего стрима, братан, спасибо. Всем здравствуйте, да, кто заглянул на стримчик, всем добро пожаловать, добрый вечер или доброй ночи, у кого что, кто в каком часовом поясе находится, соответственно, у кого-то какие день, машинки игрушечные, у кого-то ночь. Есть. И маленький размером. 1 на 25, да? Да. Самые классные модельки. Так. Слушай, я на улице. Егор. Стою, точнее, я сижу в комнате. Ой, кос тебе. Тыш. О. Бэхач. Бэхач Polestar в одном этом кузове.
произошел в Владивостоке. Тебе донаты хотя бы приходят? Тебе приходят донаты? Приходят, приходят. О. Ща. О. Опа. Так. О. Попробуйте меня пригласить. Владивосток. Стрим запустил? Это прикольно выглядит. Ну я в игре. А, не, стрима нет у тебя, да, на тебе? Тебе донаты приходят? Ну да, их можно, типа, делать. А чё ты дублёрнул, Олег? Просто так. Ситуация лайк, конечно, да. Ситуация супер. Я говорил, можете приглашать, я в лобби. Секунду. Так, давай попробуем как-то. Ты? Давай. Кто будет приглашать? Подожди, партия? Миша, я тебя пока еще не вижу. А, вон, нашел. С. Партии. Миша, лови. Но. Получил? Ладно, все, отъеду. Так, как все на улице будут, готов. Зову вас на голландца. Получил приглашение? Ты с собой закрыл весь чат. О, кстати, я немножко закрыл чат, согласен. Нормально. Сейчас, подожди, отодвинусь. Перейди в левый угол. Камеру свою подвинь в левый. Перешел в левый угол. Пока не вижу. Здесь такое, Тимур жестко нас прикрывает. Сколько же донатов собрал. А, подожди, у меня еще это самое, кнопка донатов, кстати, отключилась. У меня была здесь. Или я как-то вырубал. Да нет, я не вырубал. А, не, да, я вырубал. Вот она. Вот мои донаты, вот. Случайно вырубил. Миша, зашел? У меня синий экран смерти. Ладно, снова? У Миши синий экран смерти. Блин, вот у меня блиц сейчас врезался, а? Черт. Синий экран — это плохо, да? Так. Ну, это как бы не очень приятно. Ну, я понял. Это от Windows синий экран, когда влазит. Вдвоем прокатим что-нибудь. Давай, Е. Не, подожди, а чё это гонка такая одиночная? Стой. Я приглашаю. Подожди. Ты пригласил? Да. А вот, Е, да. С. Пятерых. Все, понятно. Кто присоединится. Блин, нет. Миша, чё такое? Так, Саски — это имя, Саски — это, да, имя из Наруто, персонаж. Флигин де Холлендер сейчас. You are Флигин де Холлендер. Это чё? О, нас уже четверо, прикинь. В смысле? Ну, я всех пригласил. Ну, на 8 поставил, да? Четверо. Пускай. Ну да, вот четверо из пяти. Ага. Нормально, сейчас попрем. 3, 2, 1, гоним. Let's go. Погнали. У кого есть Need for Speed Hit? У кого Need for Speed Hit есть, соответственно, не стесняйтесь, заходите. Покажите. У кого за кадром плохо слышно. Покажите, Тимур, как можно есть. Вот, что это было. Соски. Испугался, что там? Кто трясет дом? Ничего себе ты крутишь. Мне аж плохо стало. Да. Тебя плохо слышно на моей трансляции? Меня? Чуваки говорят, тебя плохо слышно, да. Ну ты тогда у себя в Дискорде мой звук давай. Почему ты ко мне не заходишь на стрим? Я заходил. Пару раз. Просто недолго был, человек на работе тоже. Ага. На трансляции сидеть нет. Не всегда есть, да, возможность. Блин, у меня был вот какой-то день, я вот прям к 5 ребятам зашел, я даже об этом писал на стриме. У одного посидел 20 минут, у другого полчаса, плюс еще видео смонтировал. Вот, ну не всегда такое получается. Разорваться невозможно, во-первых. Ага. У нас такая же проблема, тем более много вот каналов. Ой.
Все вот так вот. Ну, у меня хотя бы два монитора, видишь, я на одном мониторе врубаю. По 8 окон работает YouTube. Ну да. А на втором сижу, монтирую. Фига. Поился очень удобный. Блин! Ой. Я в воду ушел. Воду опять. Упал? Да конечно, блин, я уже сегодня третий раз купаюсь. Опять за мной поехал. Ты тоже что там был? Олег любит купаться. Миша, что у тебя там с компьютером? А я уже переживать начинаю. Не знаю. Какую запчасть купить, чтобы такого больше не было? Весь компьютер, говорит, да. Блин. Дискорд. У меня, блин, было летом, может. Да, блин, NPC. Летом было, наверное, последний раз, чтобы синий экран ушел. Но я его чем-то перегрузил, наверное, не помню даже. А старый компьютер? Е, у меня столько желез, сколько и твоему, Олег. Да? А, ну тогда... В том же году собирал. Тогда, да. Тогда что-то ты с ним, да, перетрудил. Угу. Да, так у меня очень редко бывает. Нет! Куда ты уезжаешь? Да я не знаю, блин, занесло. Давление. Блин, легкая гонка на самом деле. Гонка-то легкая, но у меня этот. А я еще чекпоинт мимо проехал, легко. Лошара. Мне кто-то догонит. Или нет? Я не догонит, нифига. Да, он должен в Дискорде зайти. Мышкой добавить звук лично и у меня, и у Миши. Потому что очень-очень, если тебя слушать, то сейчас я их тогда поэтому. В Дискорде тогда Тимур тоже у меня было плохо слышно, я зашел. Именно его персонально 20% подкинул. О, все, уходи от ментов. Слышь, полиция за мной едет. Да, ты где? Блин, я на паузе, чтобы... Ты смотри, чтобы тебя сейчас не остановили нигде. А, вот хит у меня. Подожди, а игру как слышно? Норм или тоже тихо? Я не знаю, как его. Просто игру понял, сейчас посмотрим, как будет. У меня твой стрим включен, звук нет. Все, я ушел. Отлично. А у меня видюха, ну не то, что прям мощная-мощная, но 8 гигабайт там, 5500 XT. Ну, у меня тоже такая вот же. Вот. Да? Ну блин, да. Красава. У нас одинаковая, походу, дело видюха. Может, ребят, вот я попробовал. Да, 8 вот, гигов. 32 у меня было. Рабочая память. И 8 гигов этот. Вроде бы да. У меня 64, я себе прямо апгрейд сделал сразу. Хрен на себе. У меня было... Да, у меня было 16, потом 32, потом я решил, да, там по скидке стоит мало. Я возьму себе такие же, пока есть, и 64. А 4 по 16. Ставим, как бы мне еще пока не было такого, что прям. Я все пошел играть, до встречи на моем канале про зомби, прямо посмотрим. Хорошо, давай, спасибо тебе за то, что заходил. Так, Миша, как у тебя делишки? Так, все равно все тиховато, что игра, что ребята. Запускай игру. Да? Стрим, ты сейчас не будешь, я как понимаю, включать или будешь? Сейчас подожди, сделаем по гуром чего-то. Ну я пока жду. Максимум теперь поднял игру. Так, подожди, даже здесь. Может меня будет тише слышно, а может и нет, не факт. Ладно, так. Спасибо, Егор, что за этим следишь. А то я забываю иногда просто громкости поднастроить, потом пересматриваю, вот такой, блин. Ну, надо заранее спрашивать и проверять. И даже пару раз, когда никого не было на стриме, телефон хотя включил, с телефона послушал. Проверил. Это тоже. Так. А, полиция уже едет. Ема, валить надо, валить, валить, валить. У меня второй уровень здесь уже, кстати. Ты где? Ну, музыки здесь не будет, она очень тихо. Я музыку включил, допустим, отдельно от игры. Ну-ка. В игре я потушил музыку, да? У меня музон играет отдельно. Ага, нет, тебя все-таки тихо слышно, я слышу. Меня? Да, у меня раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. И игру тихо слышно. Подожди. ОБС, значит, Valve, что-нибудь там. Дискорд. Странно, всегда вроде. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Ну-ка теперь. Мы к Тимуру едем. Стало, все. Раз, два, три, четыре, пять. Так я сделал. Вышел зайчик погулять. Вышел зайчик сам погулять. Ну еще и зайчик, и Миша тут все сразу. Ну-ка. Раз, два, раз, два, раз, два. Один, два, три, ein, zwei, drei.
Так. Ну что, лучше? Нет, вас надо чуть погромче сейчас, а игру, наверное, уже отлично. Я тебя пригласил там. Это, а меня кто? Нет, ты вроде тоже поднимаешься. А, кстати, ты уже зашел? Да. Да. Подожди секунду. Партия. А где наш Дискорд? Так, как вас поднять? Цэ. Ну-ка. А вот громкость. Ага, громко я сюда. Не могу тебя пригласить почему-то. Давай на 120 медведя. 120. А, подожди. Олега, даже медведя 130. Блин, полиция, полиция, полиция. Так. Собака. Все, они у меня опять. Раз, два, три, четыре, пять. Может, а что ты так на 130 аж? Значит, у тебя... Может, у тебя в ОБС там где-то звук затушенный там надо. А что? Ну, 120 прям, я вроде как не тихо говорю. Ладно, я тоже потопал, постараюсь еще камбэкнуть. Хорошо, спасибо. I'll be back. Arrivederci, сеньор. Так, ребят, скажи что-нибудь, послушаю вас. Ну, раз, два, три, четыре, пять, я говорю. Arrivederci, сеньор. Arrivederci. Мама ми пиццерия. Хорошего, приятного вечера. Да-да-да. Прохождение забыл. Чего? Мама ми пиццерия. Слушай, получше стало. Сейчас не поймайтесь, пожалуйста. Да я не могу. Почему-то. Теперь у меня полиция. Ты мне надо в полицию идти. Тимур, пригласи Мишу. Во. Я 140 по городу еду, да. Копы, 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 копы. И ты тоже, что ли? Блин. Миша, подожди теперь секунду. Теперь мне надо как-то спрятаться от них. Повели меня. О, мне третий уровень дали. Вот и... давай гонку, давай гонку. Так, да какую гонку, блин? Мне сперва надо от ментов уйти. И в воду ушел. Блин, ну вот это лажа. Я только хотел пригласить его. Вот, он чувак вышел с сервера. Приглашай его, Тимур, быстрей. Сейчас, 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 да. Сейчас. Там чувак один вышел с сервера. Как это делалось? Как, заходишь в лобби? На его имя, там, партия, заходишь, партия. У меня написано партия, у тебя там ничего написано. Тусовка. Виа. Виа партия. Получилось, нет? Миша? Понял. Блин, мне сейчас машина кокнут. А, отлично, все, все. Зашел? Отлично. Пригласил, да. Красота. Еще кто-то ушел. Это колобок. Я от бабушки, говорит, ушел, я от дедушки ушел. Я от них воспитываю, да. Не зарабатывать, папочка. Угу. Зашел, Миша? А если ты в винду выйдешь? Началось опять. Колхозе утро. Ну, так хорошо начиналось все. Еще раз шлю. Я погоди, вот ты. Шо ты ноутбук-то сдал там? Ну, мне копы не поймают, меня на любой час. Да у меня троечка висит, блин. Достали они. У меня машина сейчас у меня помрет. Это самая боль. Больше всего, что меня напрягает сейчас в данный момент. Ой, я научился пользоваться геймпадом, охренеть. Ты? Заходишь, нажимаешь. Options. R3. Тебе что, PlayStation геймпад? Треугольник. Да. Давай еще раз. И потом X. Нельзя теперь. Сейчас я тебе... Во, зашел чувак один. Подожди. О, теперь да. Отправил. Принял? Я приглашаю. Миша, я пригласил. Ну чё, ты? Молодой человек. Ё-моё. Зашел, не? Здесь... Не, не заходит. Да ё-моё. Я ж тоже приглашал. Сейчас я подожди, спрячусь где-нибудь в поле. Менты достали. Я теперь не пригласить. Политу.
Я машину заглушу. Вот так. Профиль. О, все, теперь сервер забитый. А что такое? Как серваков кого-нибудь пнуть? Сейчас кого-нибудь пну, подожди. Можно? Кикнешь. Блин, там 32 человека. 32? Как? Ну я зашел там. На одном сервере? Там стоит, да. Как, у меня 16 максимум. Что делать? Так. Сейчас я выйду, Миша войдет. Давай. Потом он тебя пригласит. Сейчас кого-нибудь. Да, давай по-другому. Подожди. Заново сессию создадим, да и все. А, выйти отсюда с лобби? Да. Я выхожу, все. Окей. Давай, о, еще, еще привет, Лена. Часик максимум. Привет, как там твой ассасин? Не матерись. Чат, привет. Добрый вечер. Спасибо. Добрый вечер. Вот кто пригласил. Медведь. Так, я в лобби. Приглашайте. Все, я получил уже приглашение. Вот все. Я еще нет. Я уже даже принял. О. Так, думаю, клавы надо удерживать. Зараза. О. Клава Ипсилон. Ага. Я не понимаю, почему на джойстике нельзя удерживать. Ну ладно. Так, я принял. О, отлично. Хорошо, погнали. Белюс, Леночка, здравствуйте. Здравствуй, прекрасная, обворожительная Елена. Так, Миша, ты стрим не начал? Нет, сейчас пусть начала игра запустится, потом нажму. А, окей. А то я канал твой обновляю, а там что? Понятно. Что-то жарко стало, худи сниму, что, блин, на улице 10 градусов. Сегодня резко как похолодание. Да. Все. Че, выходим, все? Ну да, в ночь. Давай. Всё. Ночь. Я здесь. На BMW M3. А подожди, свет еще включу, наверное. Она работает, так по работе сейчас соскучился, аж прям аж пищу. Получше сейчас. Ой, как будет видно. Жгайся, Миша, у тебя там отточило. Это Макарон такой, что ли? Да. Сзади как стопаки как лотоса, спереди вообще просто где как ночью? Кёнигсек, да, да. Да, ночью. Еду. Может, с гаража вышли вон. Стоим тут, курим, ждем тебя. Ого. Переодевался. Че, езжай, где хорошая гонка, поехали. Я запущу. Кольцевой или нет? Где вы там? Ой. О, да. Новые гонки какие-то. Да, выезжай направо. Я победить не могу. Че по бернауту? Покрышки греет. Крышки греем. Там хорошо хватит человека. Да? Ну ты уже ехал туда? Все, да, уже нет на карте. Ничего себе, тебя там гребет. Такими рывками иногда показывают. Я запустил. Часть 37-я. Помощь прокачки друзьям, коллегам. О. Хорошего, приятного просмотра. Ничего себе. Пока еще онлайн нету, блин. Принт. Название по окраинам. Сумма без икса 55. Ого.
Как ты без икса, что это значит? Без икса, это значит, если одиночно, то 55, а если другими игроками, то сумма будет 60. Выше. Там плюс бонусы. Я делаю со всеми? Вызов. Да. Я, да, со всеми делаю. Отлично. Посмотрим, успею ли я доехать до конца этого автобана. Где камеру сделал на весь монитор этот. Без тачки, да? Это вообще бомба. Я раньше так Гран-туризмо играл. Как? Ну камера, машины когда не видно. Весь экран, тачка. От бампера. Да, от бампера. А, он... ты сделал? Да-да. Что-то я тебя слышу тише. Бля, я от микрофона отполз, подожди. Во. Блин! Секундочку, сполз чуть в кресле. У меня прям сейчас вот как, фара только на асфальте, вот этот самый. Вообще, вот это, блин, перспектива. Ну это и называется от бампера. Угу. Потом от капота. Не, мне бампер не нравится. Вот от капота еще норм. Ну, капота из кабины, вот самая тема. Че, до сих пор твоего стрима нет, Миша? Я запустил. Ну я вот канал твой обновляю, нет, нифига. А вот теперь есть. Вот, ты даже превьюшку успел поменять. Есть, потому что я только что его посмотрел. Такс. Блин, жаль, с кабины нельзя здесь сделать. Да, с кабины, да. Это вообще была бомба, конечно. Как Гран-туризмо, когда делаешь с кабины, это вообще приборка, вот это все. Конечно, я не... это в дёрт 4 весь из кабины прохожу. Детализация прям вообще, да? Ага. Форза тоже можно такое делать, да? О, прикольно. Форза это как Гран-туризмо, только для этого Xbox, да? Там настройки, тачки, все дела, история, гонки. Форзу как-нибудь тоже надо рубануть. Где-то у меня одна часть была. Они дорогие, собака. Заходил. Блин, а Assetto Corsa тоже дорогая. 70 евро, да, этот Форза? Блин, да, вообще, по-моему, 4-я 70, 5-я 50 евро. Непонятно почему. Да. Ну потому что Assetto Corsa, которые подороже стоят, в ней больше наворотов и есть русский язык. А которая первая, в ней русского языка нет. А-а-а. Оно у меня есть, я за копейки взял первую. По скидке или что? Вроде да, по скидке. Ну что-то там не очень интересно и сложно. Нифига себе! Этот мост тут, конечно, прикольный. Тут полет. Уи, я тут тормозил и все, пипец, весь прикол. А ведь меня на ламбе сделал. 300, там вон Лина уехала на целый километр. Вот девчонка дает, а? Ого, 600 метров у меня. Ну я вот врезался Таим. Перед горкой, короче, этот. Ух ты, чё все на встречку тачки шли? Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Блин, подвинься, Брокси! На Феррари, блин, и в него врезался. Мне еще толкать. А после себя здесь столько транспорта оставили, а? Ну вот так мы можем, мы можем. Раскидали. Миша по этим по осколкам по дороге едет. Мы это, мы крушители. Это за место этого Rivals, да, потому что там волны оставляешь, шипы. Здесь NPC машины оставляют. Осколки от тачек, бампера, крылья, фары. Покрышкинс. Знаешь, как есть отбойники на Формулу 1 с резины, да, баллоны лежат старые. А у нас покрышки от Мишки. Да-да. А у нас отбойники из тачек сделаны из бывших гоночных. Полиция. Кулина такая мощная, 900 метров от меня. Вообще. Это ты что ли мне сейчас там ударил? Нет, нет. А я там фору всем дал. Так он сейчас нас всех еще гонит по дереву. Включились внезапно.
нас тоже отдаляется. Угу. 800. А, нет. Может, он на финише уже. Алина, наверное, уже на финише. Пока еще нет, да. Еще пока не пишет. Она бы написала уже на финише. А, да, она написала бы. Ой, я чуть-чуть догнал, 982 метра. Нифига себе, блин. Не отвлекай, я засмотрелся, бам. Перед туннелем врезался. Жесть. Не в, а перед еще. Сзади меня шел. Шурик питерский у медведя на канале. Здравствуйте, Шурик. И там у вас всем отличное настроение. Спасибо, что забежали. Лайкосы, комментарии, пожелания. Там 5 литров бензина, чтобы Миша до финиша доехал. Я не туда еду? Нет. Нет, вроде. Или по заправке, по полям, по полям. Мы не туда едем. По ходу дела, да? Да ладно! Привет, Шурик. А чё ты поехал? Как? Иди туда же. Я не знаю, я отвлекся. Как так получилось? Я за тобой еду. Как ты мог? Не надо за мной ездить. Да я понял уже, блин. Писец! А где теперь финиш? Куда ехать? Налево сюда? Подожди. У вас же карта отображается. Писец! Что-то поехал. Как-то. Я поехал за ним, и, короче, все. Мы... Привет, Шурик. Как подержались? Да ты че? Полит он. Все, у меня миссия. И у меня. Лошара Алькантара. Вот это жопа. Я не знаю, на что-то отвлекся и... Он еще летит такой, и я за ним следом смотрю, у меня стоит, чекпоинтов нету. Такой, эй, не понял, почему нету? Куда чекпоинты делись? О, полиция, мне прям навстречу полиция едет. Бывает. Так, у меня трамплин. Одну звезду выполнил, наверное, да? Опять полиция, я в лес заехал, мне полиция здесь достанет, а? Ну извините, подвиньтесь, конечно. Коль. А не сколько мне засчитал его? Хорош. Так, ну, заезжайте куда-нибудь от копа, прячьтесь. Да, ага, у меня копы сейчас надо от них еще отвалить. У меня нет копов. А у меня есть. Ну, запрячься куда-нибудь, чё пойдём. Потому что гонка у меня уже есть. О, блин, вот это я сиганул. Все, я ушел. Один трамплин проехать. Я через трамплин прыгну. Быстрее, приглашайте. Сейчас, пожалуйста, сейчас. Пожалуйста, быстрее. Полиции пока нет. О, 120. Хорошо. О, Миша, я тебя вижу. Здорово. Отвечай. Да подожди. Отвечай, я в забор врезался. Давай быстрее. Меня же за мной же едут. Принимайте. Да-да, принял. Я принял. 9, 8, быстрее. Менты. Блин. 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 Вот это сейчас прикол. Вот это феноменально сейчас было. Прям едем такие. Еще такой, нифига себе такой. Да, разговариваю. Да, я такой. И я мимо вас. Шурик, спасибо, что заходишь на трансляцию. Какая это минута стрима вообще? Да это было час. У меня час 40-45. 43 минуты у меня. Ну, ты часом поздно же зашел. Ну, запомни, я потом посмотрю. Вот это шорт точно готовый. Ладно, я еще один торможу, а тут мы два. Ага. А я что-то не знаю, меня кто-то сбил или что-то, я то ли отвлекся. Потом еду. Стоп, я не как понял, как это даже произошло. Как ты еще один обогнал? Потом, что это чекпоинтов нету? Ну, я чекпоинты все куда-то ушли, да? Вроде финиша еще не было. И такое бывает, да? Я потом, когда такое вижу... Вспоминаю сразу фильм, Иван Васильевич меняет профессию, говорит, и тебя вылечит. Блин, я опять чекпоинт этот, а? Все, теперь я последний, официально. А это же гонка, нет? Хрен знает, мне кажется, нет. Мне просто интересно, где теперь кончается та гонка? Просто посмотреть. Сейчас узнаешь, когда разомнешься. Сейчас узнаешь, подожди.
Еще немного и еще чуть-чуть. Тут поворот. Блин, мне этот полосы, мне его не персонализировать. Я не могу на него ни подсветку поставить, ничего. Кого сделать? Полстар? Если он до тебя как с этим наклейком был какой-то официальный, то тогда да, тогда персонализировать да, не. Да. Ну, у меня такая же. Да-да, у меня такая же фигня с 4 или 5 уже тачками. То есть они какие-то. Хотя нет, подожди, я его купил даже и все равно нельзя. Не, ну ты его купил уже, если ты купил в стоковом варианте такую же хрень, тогда без проблем. Да. А ты его купил то уже сразу с этим, да? То есть радуйся. А, да, я же стоковский. Ты его взял бы в стоковом, да, хоть да, на него точно. Сверху, блин, табуретку прикрути на крыше. Да, я что-то. Вот так вот. Подумал, хочу такой же, как в начале игры. А теперь, да, ни колеса поменять, ни подсветку не прикрутить. Ну, зато можно движок еще настроить, хотя бы. Ну, хотя бы, да, такой, я тут. И тут, и там. Это хорошо. Заходи до медведя, Tia Games, заходи туда. А это кто? Чеканок? Нет, тут Шурик питерский стоит. А, ну Шурик у меня уже был. Да-да, тебя, он там у меня, я заходил так, и у меня, видишь, окна открыты на всех сайтах. Чеканок что-то уже пару дней не видел его. Но надеюсь... Здоровье поправляется. Так. Блин, вот он поворот. Страшно, страшно, страшно. Тут. Чего туда бы улетел? Я тут тебе заборчик оставил. Это уже намек понял. Мой. А, все, прямая кончилась. Ну ладно. Ой. Ой, куда? О, отличный чекпоинт взял. Нет, ложку взял тоже. Чего? А чё? Да, у меня здесь. Я тут столбов понаставил. Блин. Тут бы мне хотя бы 6-м доехать бы на финиш. От меня уехали. Так неприятно, едешь рядом с чекпоинтом и это самое. Все равно не засчитал, у меня так вот, я вот пришлось тормозить. Машина, блин, сбивает. Даже так. Так, ну что, ищем гонку на 3-й уровень. А, у меня сейчас я первый. Я знаю, где она находится, отрывайтесь от купа. Пока у меня нет, давай. А мне чего отрываться? Да, у меня тоже нет купа. Пока нет, давай. Тогда уезжайте. Встаньте где-нибудь, заглушите машину, потому что она на другом конце города находится, тройка. Я туда еду. Окей. Так, где-то встать, это не просто. По городу едешь, вариантов много. А я в воду прям. Вот где сам прикол. Меня найдут? На заправку заедь. А, тут меня по идее не найдут. Здесь не должны. Да. Я в лесу стоял, меня там достали. Я в кустах. Че ты в кустах? Он развернулся ко мне. Принимайте. Он со мной. Мне не понять. Приняли. Бля, заметил, сволочь. Да брось. Ну да. Зачем ты так, а? Ну что как? Меня поймали. Вообще поймали? Отменяй гонку, Алик. Да блин. Все отменил. Так. Прячься куда-нибудь, Олег, чтоб тебя не видно не было. Секунда. О, нашел забор. Ну ты заезжай, что ты по дороге ездишь? Я выключу машину даже. Все. Я в таком тупичке стою, мне по идее здесь не видно. Даунтаун Палм Сити, короче, если что, ищите меня там. Сейчас заново приглашение скину. Ой-ой-ой. Поймали его. О, я могу не бояться коп. Это не факт. Не навязывайся. Ага. А, шутку. Это же все. Что-то мне до поры до времени там послал. Ну а чё, блин? Мы только собрались ехать, а он на тебе. Принимайте.
Он главное такой развернулся, так, кто там стоит с заглушенным мотором, посмотрим. Да, блин, подожди, Миша. Если что, без меня. Не, ну вы начинаете. Да, да не, начинайте со мной, конечно же. Окей. Ща, прикол. Успею, нет? Блин. Чё такое? Да я этот. Надо кое-что сделать. А, ты едешь с нами, Олег, все-таки? Да-да-да. Миша меня толкает. Что-то опять далеко от Мика. Опачки. Спасибо большое. Работает? Что работает? Сейчас Миша скажет. Я еще на финише, на старте начал делать. Не успел. А что там сказали? Да, там просто я ничего не писал. Это, то, что сказали, пофигу. Да блин! Вода, 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 вода! Воды тут много. Угу. Чуть не ушел. Да сейчас даже не важно, каким местом я приеду. О, одного развернул. Да Миша там донат пришел, походу. Донат? Не, пришел? Я Тимура догоняю. Да. Ты конкурентов огонных пью. Да! Есть. Чего? Господь. Вот это удар был. Блин, сейчас мне полиция один раз заденет и все. БМВ приехал. Отвечаю. Ну после последнего разворота. Заправка будет с правой стороны вверху. Вижу. Да ты менты у меня тут справа. Тебе не подчиниться? Успею. А, вон заправка есть, да. Успею заехать. Нет. Ёпарыса, ты куда стоять? Вот это мне подкинуло. Ну-ка, заправку заедем сейчас сразу. Мне 95-го, пожалуйста, полный бак. Чё, я... 95? Да-да. У нас 95-й Е5. Вина и 95. Ну да, у тебя да, такая... Или у меня, у меня керосиновая стоит. Ты на керосинке едешь? Да. Может, тебе можно с вертолета прям заправляться. Керосинов у них вообще прямо, да? Там октановое число больше. Если что, впереди еще одну заправку, да? Не, я заправился. Ага. В смысле, отремонтировался. Я успел. Прям мне прям под руку это было, потому что я бы до следующей заправки не доехал. Честно говорю. Потому что у меня там запиликал, вот этот тахометр начал весь красным. Пи-пи-пи, там все там, короче. Блин, в эвакуатор врезался, конечно, гениально. Так, я копов тебя убил сзади двоих. Блин, Олег, что такие последние сегодня? Да я вот пару раз врезался и все, и сейчас вот, не знаю, что-то слабовато. Я до этого так плохо сегодня Midnight Club, у меня было настроение, что сейчас прям, даже неохота первым ехать. Midnight Club 4 сегодня разочаровал. Смотрите, Midnight Club 4, что? Нет, Лос-Анджелес у меня. Ага. Старенький, 2009 года. Ну, для кого старенький, я так не поиграл в него. Может, типа на ПК нет.
Да, но на плойке был в то время только. Хотя, мне кажется, я Xbox... с симулятором запустить пару лет назад. Ну так, офигеть, они поставили сильно. Здесь эшперу мне. Закрыли, прикинь, прям перед финишем поставили бетонные кэти. Офигеть, молодцы, полиция, конечно. Вот поздравляю вас. Это да. Прям бетонные эти поставили мне. Ну и что это дало вам? Вот вы дебилы. Гонка пятого где? Какой уровень? Третий? Да. А, да, третий. Меня сейчас полиция, походу, заберет. Блин. Так. Надеюсь, что уйду. Я гонку пятого нашел. Но мне надо от ментов хоть еще. А вы прячетесь. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. Со мной по идее никто не едет пока что. Я знаю, но у меня еще чуть-чуть. Вы ко мне подъедьте, я вам покажу, как надо уходить от них. Ой, или кто-то сейчас за мной поедет. За да. мной толпа. Началось. Возле меня не крутитесь, короче. За мной липнут, как мухи эти, знаешь. На мед. Пчелы. Пчелы, короче. О, фламинго. Прикол. Фламинго в кустах где-нибудь стоит, поле, бери. О, ушел. Давай быстрее, Миша, приглушай. Я говорю, запрячьтесь пока. Ушел. А, все, прячусь, понял. Намек понял. Во-во-во, воду можно прям сразу в воду? Наверняка. Во, я нашел прям здесь вот. Кусты стану, вот здесь вот такие камни. Романтика. Песок. Пляж. Жесть. Все, мотор заглушил. Можно курить, блядь, да? Во. А где вы на контейнерах прыгаете-то от них? Сверху, возле моста недалеко. Тоже. Где мост для поездов едет. Так, может вообще на трамплин, если он здесь есть. О, нет. Нет, не здесь. Why? Так, все, я поехал пятую гонку создавать. Окей. Ну я пока, у меня возле меня уже менты Wait трутся. Я надеюсь, они меня не увидят отсюда. Фига, самоуничтожился коп. У тебя еще меня. Канал есть Teams English? Yeah, Games у меня? And... Да. Создал. Недавно, что ли, создал? Что-то я не помню, что вообще. Стрим, плейлист. О, все, сбежал. Приглашай. Молодец. Сейчас. Ура. Валим, валим отсюда. Найдет меня, наверное. А, нашел. Зараза. Давай. Правил. Отменяй. Подожди, мне уехать надо. Плохо уехал. А чё ты такая? Сейчас, просто трамп... Во-во-во, трамплин сейчас. Может быть. О, у меня четвертый уровень, так, окей. Так, я уехал. Сейчас можно... Прячься. Нормально, прячься. Нормально, чтобы тебя не нашли до утра. Сиди там, сиди, кури спокойно. Все, не найду сейчас. Сейчас не найду. Мороженое поешь там. Сто пудов сейчас. Хорошо заныкался. Да-да. О, донат мне кто скинул? Отправил, принимайте. Есть. Принял. Маурио Вагнис. И спасибо за донат, не знаю, кто это был. Ну, вторая моя запчасть. У меня уже тачки, возле тачки подбегают, фотаются, у меня там она крябаная вся, им пофигу. Вот надо в первую тройку войти, чтобы запчасть получить. Блин. Ну, о. Это мы можем на обычном гонках. Там Эвик 10 стоит, ё-моё. Мы можем здесь в первую тройку не войти, это вообще спокойно. Тут даже напрягаться не надо.
Так, ну подвиньте, называется, полики. Ну а что ты не едешь на нифига? У тебя спойлер на всю дорогу не едет нифига. Что ты врезался? И я пропустил, блядь, муха. Нет, ты пропустил, я про тебя говорю. Да, спасибо. Блин, что на немере не едет, горку вверх по песку? Вот это он. Я вижу, ты ударился в грузовика. И все, и я полетел. У меня в дом только табличка загорелась, розовая, чекпоинт пропустил. Ну я... Я третий. Четвертый. Я тоже. А я первый, только с другого конца. А я второй. Ну если перевернуть как бы табличку, то я первый. А пофигу. Вообще не напрягаюсь. Дин хрен сейчас полиция. Почему использовать? Или тут есть в гонке где-то починка? Да, вот это прямая вообще прям шикарная. О, вот тут я объехал их. На, и вот полиция, здорово. Все, приехали. Привет. А ты говоришь, третий их закончился. У меня сейчас жизни не будет здесь с ними. Так, там, кстати, повернуть надо. Никакие куст... Блин, потом. Никакие кусты, чекпоинты. Без чекпоинтов. Если что. Блин, ну тут чекпоинт пропустить, когда горку вверх едешь, это вообще... О, кранкан этот вагон стоит, как он называется, блин. Больничная машина, которая на больничке вот эту. Кто развернула ее? Врезали с ней? Скорая помощь, во, блин. У тебя там госпиталь, джет. Хоспитал. Хоспидали. Хоспидали, да. Педали, педали. Не педали. Крути педали, пока не дали, говорит. Ё-моё, блин. Да ты... Вот, ну, такого удара, конечно, я, блин... Чекпоинт пропустил, мне уже самому прям не по себе. Главное, но... меня вытолкнуло состав, я еду, всех обгоняю. Ну да, еще какой-то мне бронепоезд навстречу пролетел. Наверное, за Мишей. Миша, за тобой не гонится еще? Ну я только что от носорога ушел. Ну вот он сейчас мне навстречу проехал, блин. Ну что за кирпичи навстречу едет? Ого! Миханя, здрасте, до свидания. Что? А менты нам не кенты. Полисмен. Полис департмент. Эффектно. Я запор задел. Ваш там в Италии карабинеры, да? Сейчас стримает. Если не забуду, то возьму. Ах, ты какой красивый поворот, да? Давай поворачивай, что ли. Ну, о, там. Нормально, и объезжает меня. Я даже могу представить, кто это был. Так потихоньку проехал мимо такой, говорит, давайте. Ты на сколько там, на 400 едешь? У него в машине 1400 лошадей у Миши. И все это на заднем приводе. Ага. Это вообще жесть. О, как меня еще обогнал. Ну честно, Лина прям перед финишем. Ну это Лина вообще, блин. Пускай она мандарина доестся. Е, так, теперь надо срочно в гараж и починку какую-нибудь. На заправку едь. Какой гараж? Тут полиция вон, смотри, кружится. Блин, а я приехал стабильно восьмым. Ну приехал на финиш. А ты че? Нет, в кустах можно. В нем ты копая. Кто в кустах едет? А ты по водичке? Че, амфибия что ли? Куда здесь можно ехать? Давай. Фига себе, я сейчас ударился так, что у меня тут заморгало все в БМВ. Мне заправка нужна. Мне то. Теперь мне нужна. После такого удара. Одна починка, но я хочу ее использовать. Так какой за... А где ты вообще? Да он мне говорит. Ага. Сейчас до тебя доеду. А мне кажется, я мне надо просто... С левой стороны на скуп. Ага, я вижу. Все, ну ты видишь, я за тобой. Ты за мной, я за тобой. А, вон там. Чё так медленно? Я не умею так, медленно на триггер нажимать. А я умею. Даже без подсветки сегодня. Или под водой не видно просто. Мою видно. Видно? Мне не очень видно.
А так слабо ехать. Блин, заборы здесь крепкие. Машин скоро. Это скилл. Я вот так могу минимум. На. Так. Здесь выезда нет. Или отпускать. Надо выезд искать. Короче, мы застряли в болоте. Ищем выезд. У меня машина сломанная. 4-й уровень. Полиция вокруг меня прям как коршуны стаями. 632 тысячи пунктов уже ночью мне заработал. Надо было 638, надо было тебе за нами. Да я сейчас вон на заправку сперва, у меня машина еле дышит. А, так мы тоже на заправку едем. Так и я. А, вот куда вы едете, на ту заправку я тоже хочу, но я не могу ее никак. Я только хочу на дорогу выйти, менты там. Сейчас я туда подъеду, пацаны. Вы все, газ палац, заправка. Вы мне уже там пивка возьмите заодно. Я чуть побил, ладно, нормально. Фига себе, поводиться. Че, нам нужен 5-й уровень, чтобы это... Ну ладно, гоночку проедем. 4-й-то уже есть, да? Все, я к вам еду, да? Почти 5-й. Подожди, куда я поехал? Нет, не туда, балбес! Здесь направо надо было, Димон, блин. Димон, посмотри по карте, где у тебя гонки 3-го уровня. А, 3-й еще деталь? Да. Потому что ты у нас из гаража, ты в 3-й гонке не ездил, возможно. А, ну да, я-то не сам. Что, мне к вам ехать или спрятаться в кустах тоже? У меня 4-й. О, она далековато, боевик. А 4-го уровня нету, да? Нет, только 3-й и 5-й. Блин, вот что за создатели игры, а? Боевик, а сколько ехать до нее надо? Не отображается так? Нет, не отображается. А, это... Есть какая-нибудь рядом гонка, которая ведет именно туда? Ну, есть 5-я. Под нами. Слева. 5-я. А у тебя уровень 5-й, да? Нет, еще нет, чуть не хватает. На чё? Или вот тут можно гонку рядом с ней проехать. Погодите, я сейчас посмотрю. Рядом с 5-м. Кейп Касл внизу. А уже до 3-й чуть далековато. Сверху? Ага. 3-я сверху, 5-я снизу. Все в правом углу. Поехали за мной. А, стойте здесь. Да мне вообще рыбаться нельзя. Я говорю, стойте здесь, я сейчас это возьму. Да, стою я. Угу. Ты спрячься какой-нибудь в кусты. Ого, 5-го? Нет, не 5-го. Обычную? Обычную, но она поближе к 3-му будет. Это что ко мне? Кто приехал? Олег? Ага. Ты где? Здорово! Подкрался. Принимай. А ты не знал? Подожди, я стою. Ты не знал, что я там стою? Я смотрю по карте, думаю, блин, где ты стоишь там? Просто... Приехал, говорит, бумажки не найдется. Стой, я не боюсь, Сэм. А мы ниже в воде стояли. Ну я понял, да. Вы как эти, да? Тише травы, ниже воды. Стоит, блин, у тебя еще цвет такой, ты ее в зеленый покрась хотя бы, если получится. Нет, по-моему, нельзя. А, ну да, но у меня также BMW эту нельзя ни наклейки не сделать, ни накрасить, ничего, блин. Most wanted этот. Perdition Most Wanted. Красивая вроде бы, да, но думал перекрасить, ага, скажет, отдыхай, говорят. А в этом можно, в NFS 2015 можешь и перекрасить, и это, и она бесплатно тебе дается. Нормально, ну так не, а если ты здесь не ее покупаешь, а из той машины, с которой ее делают. Стоковую, там все можно. А, ну и стоковый, да. Не, ну у меня же, видишь, я тебе говорю, я комплект купил уже, как она есть, GTR, M3, GTR, как бы, да? Она готовая была в этой окраске, и там даже номер стоит Need for Speed Most Wanted, то есть все, не перепрыгнешь. Это машина, которую сделали разработчики, как его Polestar, да?
То есть ага. Довольствуйся тем, что есть. Также у меня с этим корветом Deluxe. Блин, ну управление удобное, молодцы. Да, по-любому. Никак у меня на ламбе. Ты что, тебя догонять пытаешь, что ли? Блин! Побъехал я в него, врезался, в этого рейнджика. Красного. Чек не проехал, надеюсь. Нифига себе, заносит иногда. А что ты, блин, три тачки подряд врезался? Че это, все уже? Ё-моё. У меня уже заканчивается концентрация, надо спать эти. Теперь всю ночь буду теперь ездить во сне, теперь вот эти тачки бежать. Бывает? Фига там салат. Только на дорогу выехал, опять меня кто-то сбил, а? Это не я. Точно, я от тебя далеко. Хотя нет. Какую тебя увидел, говорит. Ну, полиция, полиция. Пум. Копчик, копчик. О, у нас первое, второе место. Мой копчик. Йоу! Ку-ку мне сказал. Ку-ку, ёпта. Нормально, говорит, доброе утро, да? Good morning. WhatsApp, WhatsApp. Блин, какой еще WhatsApp, скажи, не WhatsApp, а этот. Телеграм. Срочно нужна заправка. Там недалеко будет, недалеко будет уже. Ты на нее едешь? 5 метров заправка. Нет, еще он-то сзади. Я воспользовался. Мне не надо было. Поздно, Вася. Воспользовался, говорит, зачем? Ишь ты какой, да? Заправка, он воспользовался. Фига ты, блин, хорошо ушел. Ну правильно, меня с моста два раза скинули. Я думаю, что ты не первым. Я в заправку врезался, блин, лошара. О, нам новый ивент проигрыш. Взорвалась. Нам новую гонку открыли. От этого Марио Вагнес. Марио? Кто до этого был? Марио, о, блин, я в этого бегемота врезался. Потому что у меня 5 уровень этот бегемот, носорог. Короче, собака недорезанная. 57 тысяч я получил за гонку. Не денег, конечно. Миллион, нифига себе. Шекелей. Так, можно и на 5, кстати. А у меня уже есть 5 уровень, но мне надо перед полицией уйти. Там рядом 3. Я еще чекпоинт пропустил. И еще и в воду ушел. Я в воду уехал. Слышь, я отстал, чекпоинт пропустил и в воду упал. А полиция меня потеряла. Шестой приехал. О, полиции нету. Че у меня теперь остался 5 уровень? Остался, прикинь. У меня целый лям, надо быстро в гараж ехать, слышь? Или не надо? Не надо, давай это. Миша, третьего еще пройдет. Смотри, у меня лям этих пунктов на запчасти. Блин, Миша, ты че с ментами к нам едешь? Фига, меня чуть не поймал коп. Да я воду опять, ёппарс. Молодец, блин. И вот менты. Но мимо меня, главное, вот, не проехали. По трамплину здесь прыгайте, по трамплину, да? Находите. Не, не скинулись. Вода. Я в воду скинулся, нормально. Так, мне надо починиться. Три раза ушел, три раза опять. О, стоп. Ёпарасоты, трамплин. Мама мия. Быстрее, переворачивайся. Быстрее. Нет. Мне кажется, машинка она. Главное, чтобы полиция не поймала. Но. Так, я ушел. Вы их не запрашивали, но мы ставим шипы. Молодцы. Меня полиция поймала, блин. 2 миллиона. У меня бабки, у меня миллион пунктов этих было забрали, прикинь. Осталось 200 тысяч на репортаже. Еще детали, которые у тебя были. Вот лошара. У меня 5 уровень был. С 5 уровня скинули, ё-моё. Носорог едет. Написали. Все, я носорог, я с ним встретился даже разок. Надо носорогов. Че, Миша, у тебя еще есть 5 уровень?
Да. У меня-то, да, 5 уровень есть, а этих гонов нету. А я уровень пропукал. Так, я сейчас на трамплине подпрыгну и надеюсь, они от меня отстанут. А 3 уровня гонка есть? Где их? У меня есть на 3. И у тебя? У меня 0 сейчас. Нет, она у тебя как бы есть, но... Ты нулевого уровня просто. Ты карту открой, посмотри, у тебя оно будет. Да. У меня хиты 5 есть. Кто мне... А, окей. Хит 5 сверху, там, Миша, там, наверх карту. Я он... понял, что оно у тебя есть, а это... У тебя что, ее нету, что ли? Хит 5, вон же. Вон, где ты стоишь, чуть-чуть лево и чуть выше, там, по диагонали, так, смотри влево. У меня на карте ее нету. А у меня есть. Интересно. Потому что мои гонки хит 5 и 3 мы проехали. А-а-а, только я могу теперь вас пригласить? Да. Если до этого доживу. Либо Тимур. Ну, у меня сейчас, видишь, сейчас по идее, сейчас у меня пусто. То есть мне надо какую-то гонку хоть начать. Да-да-да. Что, мне пригласить тогда вас? Сейчас я... Тут копов полно, я не сдвинусь. Да я вижу, у тебя там целая дискотека, едешь кого-то. Это вот, я единичная гонка. Тут ни хрена. Вообще. Е. Тебе долго еще? Мне ждать, как они это самое отстанут. Я-то уехал, у меня нет копов на хвосте. Ну я зовут, короче, опять. Так, выезжай направо. Ой, налево. Так. Куда поехал? Через трамплин, ой, через трамплин. Ой. Ладно, едь по правой стороне. Направо уходи. Чего вас звать? В гонку? Слева гонка, погоди. Я успею. Нет, там копы. А, вижу. Сворачивай налево. Че, можно сейчас? Да, подъезжай, копов нет. Ну, он карту сверху видит. Так, сейчас прямую. Это я показываю. Ты на троих делай. Да, да, группу. О, есть контакт. Понимаете, ребят? Да, да. Хох, Гефюль. Здесь не увидят хотя бы за домом. Высокие чувства. Wings у меня. Chicken wings? Не, не Wings, а Wings. Ну помнишь сериал с этими ведьмочками? Wings. Как на русском называется, Миша? Гонка. Кого так и чувствую? Метеор. Метеор? Нифига себе. Ого. Совсем какой-то перевод какой-то интересный. У всех три это. У нас все похоже как-то. Метеор, по идее, на метеор тот. Метеора было бы. Ну, типа да. Короче, кто там нитвоспит переводит, да, их надо с работы уволить. И это за такую зарплату я вам нормально бы через Google Translate бы переводили уже. Блин, они меня столкнули прям, ну, на самом старте, а и вот это вот потом догоняй вас всех. Вася, уже 10 часов, да? Это что за трамплин в воду? Трамплин, еще один трамплин. О, теперь я их перепрыгну на трамплине, красавчик. И еще раз догоняю тебя, на тебе. Ты бы видел, как у меня прыжок здесь был. Ну, я сейчас двоих перепрыгнул. А я утонул. Кусты? Да очень ладно. Нечестно. Это мое, это вообще-то мое хобби, там плавать. Мое хобби. Не так перепрыгнул. А, ты когда на трамплине прыгнул, тогда потом в воду ушел. Ну там есть еще один трамплин. Либо нужно проехать справа, либо на трамплин. Да. Я шел на трамплин. И в яхту ударился. Кран на трамплине оказался. Кавабанга! Полиция. А, блин, толкнул меня в угол. Спасибо, Тимурыч толкнул. Так, у меня первый уровень. У кого 5? У Миши? У меня 5. А, у тебя 5. Ты вертолет, значит, по твою душу летает. Значит, о, коп в воду. Ты улыбайся, тебе там с вертолета записывают. С вертолета. Алло, алло, говорит. Пронто, пронто. А, блин, куда ты пошел?
Я опять повернул, не туды. Расъедрит твои туды. Да ё-моё! Я опять еду без чекпоинтов. Налево. Раз сегодня. Ну я сегодня уже пропустил чекпоинты сколько раз. А, потому что эта лента, она типа промигивает и исчезает. Вот почему. Да. Вот почему. Вот, и когда она исчезла, ты поехал дальше. И ты такой, ты не один такой хитрый. Нас тут трое. А, я шестой, деталь не получу. Ну ладно, хрен с ней. Тут бы до финиша доехать, чтобы тебе покрышки не проткнули. А, я проехал мимо финиша. Лошар. Я еду, здание с правой стороны. Я финиш с другой стороны заехал. Так, видишь, так. Мне надо выбрать. Не знаю, куда ехать. Че, давайте, короче, 5 минут и все, мне надо завязывать. А то меня выселят. О, стой. Завтра на работу. Направо. Я сейчас трамплина сигну разок. Направо. Ты чё направо? Ну, теперь направо, теперь прямо гони. Миша знает, куда ехать. Да он смотрит по карте. Так он её так уже знает, но здесь уже. Гони прямо. Это тоже. Под мостом. Направо. Под мост? Что? Куда мне? Направо или на мост? Едь прямо, блин, по дороге. Куда ты свернул? Ты сказал направо, я свернул. Ну ты даешь. Ты что, прав на автомобиль нет, что ли, е-мое? Носорога! Я его избежал. Стив, привет! Лайк мой, спасибо большое, Стив Геймер. Ахмед, вечер добрый. Я что-то этот, сорян, сразу не заметил. Тут были все. Ой, заезжай на стадион. Адреналин. Ты да он где? Слева. Он прямо перед тобой, блядь. Прямо по курсу. А, окей. Да, блин, еще. Нифига там толпа какая. Налево. Я к тебе не поеду. А, подожди, по дороге едешь. За мной еду. Сейчас заедем. Налево, заезжай. Еду налево. Ну че? И по прямому тебя въезд будет на. Что-то у вас там ментов много, я разве Эд, что ли? Йоу. Сейчас с левой стороны у тебя будет заезд. Заезжай. Зараза. И смотри. Там трамплин уже, да? Да, там трамплин будет один. На него тебе надо заехать. На месте поставлю. Бу-бу! Я гений. Но я попытался, думал, въеду. Направо. Ты куда, ты твою мать? Жесть. Копы. Жесткие копы. Объезжай эстакаду с правой стороны. Восьмой лайк. Спасибо большое, Стип. Да. Сюда. Прямо. Не на этот, но на следующий. Меня скинулась машина. Следующий. Видишь, прямо, трамплин. Прямо. Подожди, газуй. Сможешь. Блять. Вот тебе на этот трамплин надо. Выйти отсюда, типа, ты говоришь. Выйти со стадиона с трамплином. Стоп. Стоп. Налево. Вот куда ты разгоняешься? Ну, трамплин. Уезжай быстренько. Мне где потеряли. Заезжал? Уезжай. Со стадиона выйди. Где ты сейчас заезжал? Сваливай. Да. Сваливай. Они где? Давай налево. Уезжай налево. Хорошо. Ты меня на починку видишь, ты видишь, в каком состоянии? Я вижу. Едь прямо по этой дороге. Вот дает. Сильно не гони, едь по своей полосе, окей. Никого пока нет. Отлично. Так, направо. Зашкрися в траве. Ой. Стою. У меня там по кочкам прыгает. Выезжай. Налево. Сейчас подожди, коп. Да он тебя уже не видит. Ага. А, налево по этой. Налево и направо. Куда ты поехал? Направо сказала, не прямо.
Куда? Стой. Куда ехать сейчас? Стой. Вы прямо едь по этим дорогам. Хорошо. С правой стороны у тебя будет заправка. Иди быстрее. Не, уже поздно. Сворачивай в кусты. Йо. Жди. Нормально. Блин, лям 250. Фух. Олег, у тебя какой уровень? Второй. Блин. Ну я стою в кустах, тут не дергаюсь. Пока. Понятно. Так, а пятый у нас снизу, да? Да. Так, куда этот куб поедет? Пятый у меня есть, там оно на этот, но мне до пятого сейчас. Че, могу на заправку сейчас? Погоди. Не торопи события. Все, езжай. Последний куб проехал. У меня уже 3 запчасти. Ни одного ремонта. Жесть. Я не могу больше чиниться. Все, мне придется в гараж. Тогда... Ну, ё-моё. Прямо. Прямо? Куда сюда? Поехал? Ты говоришь, прямо, я прямо еду. За копом. Назад. Назад. Разворачивайся быстрее, пока не поймали, а то потом... Еду. Сейчас будет торговый центр. А, я смогу купить? Блять. Жесть. Чего ты? Разбил. Об NPC стукнулся. Все, ни одной детали. Обидно. Ну ладно. Потихоньку доехать можно было. Зачем лететь? Тачку разбил, что ли? Да не думал, что сломает. Ну, я тачку разбил. Мы тебя ждем. Все на улице. Так, ну чё, только сегодня только Миша взял детали, получается. Да, вот только что мне эти запчасти вообще не нужны. Я. Так, и где у вас стрельба? Олег. Да. Так, сейчас, погоди. А, у тебя тоже нулевой уровень, да? А, нет, второй. Да. Так, покажи мне карту. Я под мостом стою там. Карту мне покажи, открой. Вон, через три. А, тут пятый. Не, я Олега прошу. Я карту открыл. Где у тебя третий уровень? Гонка. Сверху. Нет, там пятый, чуть левее. Где именно? Мышку передвинь. Подожди. Здесь. Вот здесь там. Видишь? Вижу. Сейчас я туда гонку какую-нибудь найду, провожу. А, чтобы как роту проложить на дорогу именно? Да, чтобы из гонки обычной туда сразу приехать. Так, я фламингу пойду возьму. Да, осторожно там только. Своими фламинго. Фламингу, фламенко. Блин, ну почти там. Да уж. Так, ладно, я поехал в гонки. Мне там еще полиция не поймала, они пока нет. У меня нет. У меня пока. Я по пляжу потихонечку еду. Ого, чё это? Нормально, пробка из NPC.
О! Чё себе прям в туннеле фламинго прячется? Прятался. Есть такое. Так, готовы? Да. Ага. Mm. Чё не пришло? Да, я уже подсоединился. О, принял. Discovery A. Мы Олег, эта гоночка практически будет с тем местом. Где я стою? Я говорю, с тем местом, где третья гонка начинается. Я сообщение отвечал, я закрыл. Да, стрим чат. Норм. Вот мне надо ездить ниже травы, ниже воды. Ремонта нет. И ключика ремонтного тоже нет. Ну, та же ситуация. То, что в гараж не заезжал за то, что, да? Да. Тогда ты обгоняй всех, а никого не трогай. А я и так опередник. А, вот уже полиция. На тебе. А, блин! Вот это был лоб в лоб. А, блин, только сказал. О, я вижу красный дым. Понятно, зачем еду. Ну, мы еще уже первые. Ну, может спокойно первый ехать, мы, в принципе, тебя догнать нифига не можем. Не получается. Так, ну все, эту гонку сейчас мы добьем, и надо мне это. Уже 10 часов. Ага. Надо мне. Ай-яй-яй-яй-яй, тачка, блин, кто мне выбили, как... Кегли в боулинге, блин. Четвертый пока. Осторожно. А, блин! Ты когда сказал осторожно, он разворачивается передо мной, булик. Тоже было поздно. Я уже третьего. Больно. О, мне вертолет путь освещает. Фонарик в небе, блин. Красота. Тимур, я прям вижу, как он тебя освещает. Да, я теперь его тоже вижу, слышь. Фига у него там луч такой, прожектор просил там. Я говорю, Тимуру надо осветить, сейчас догоню Тимура. Прожектор. Еще носорог, носорог. Ага. А что он в меня не въехал? Мама мия. Пиццерия, блин, на тебе. Кольцо на. Ну давай, чё? Йиху! О! Со мной едет. Это ещё как? Носорог. Я с тобой ехал, потом врезался. Носорог или его брата носорога, не знаю. О-о-о-о! Нифига себе тут грузовик стоял посредине. Ну так мы с ним не разминулись. Ну так... Тебе машину нельзя, блин, ударяться ни с кем. Ты с ним еще не встречался. Носорог, это уже это. Блин, у меня у самого сейчас BMW, если один удар, у него все. Может не так печально все, как у меня было. Уже печально? Уже? Уже. Ну, у меня тоже, наверное, сейчас так будет. Блин, я... Ну, я не каркаю, но у меня уже жестко. У меня все красным заморгало. Ну, ты-то после этого и можешь съесть, починиться, а вот... О, обогнал таки, перед финишем. Все, я поехал, попробую починиться. Да. У нас нашел заправка. Это была обычная гонка, да? Еее, у меня еще две репаратуры есть. Так,
У меня сейчас третий уровень, но мне нужно идти. Я. А ты нас пригласи в гонку и уходи. Хорошая идея. Отличная идея, да? Сейчас мы так и сделаем, подожди. Карта. Во, теперь она открытая. Где она, красавица наша? Сюда. Все, я поехал. Так, Миша, ты смотришь, куда еду? Да, езжай. Давай направо. Ну это понятно. У-у-у. Я только отремонтировался. У тебя копов нет. Пока нет. Ну пока да. Я так подсматриваю на карту, конечно же, глазом одним. Нет пейзажа, кажется, банчар тут уехал. Тут от поворота вообще, вау. Да, надо уже другую тачку покупать потихоньку, тяжелую артиллерию. Против Тимура мне хватало М3, но против вот этих монстров, которые сейчас были на 400+. Или в М3 еще пару запчастей запихнуть, чтобы прям нормально было. Тебе что-то не очень сейчас хватало против. Нет, ну сейчас пару запчастей мне не хватает, говорю, надо добавить. Когда мы с тобой играли, вот, когда было это, да? Последний раз. Нормально вроде было, а сейчас все. Давай здесь налево. Да-да, во-во. И опять такая дорога, опять налево, да. И по серпантилу. Ну да. Мама мия, да, вот мы что-то недавно ехали. У нас еще стрим, можно такую обложечку. Мне нравится такое местечко. Вот уж прикола. Так, Олег, налево. Вот сигналил мне. Че, дудку тебе засунул куда положил? Стой. Едут? Олег. Едут? Стою. А, я вон вижу на карте. Вон там покрышка была от хита, я не видел. Во. Едь потихоньку. А, смешно, на М3 ГТР потихоньку, говорит, едь. Налево, в кусты быстренько. Молодец, перегон. Уехал. Все, можно подниматься? Да. Поднимется она? Она наверх не поднимается, блин. Поднимется, ты сильно не газуй. Она катится вниз. Ты не полностью вверх едь, а по диагонали. Да, сейчас подожди. Скатится. Сильно не газуй. Не. Сейчас. Сильно газуешь. Так я не могу по-другому пока, подожди. Она на месте стоит. Ладно, выезжай нормально. Сейчас, подожди. Перед сюда выезжай. Еще диагональ возьми. Сейчас. Сильно газуешь. Она сразу буксует. Ну, если ты жмешь газ полностью, тогда да. А когда газ по чуть-чуть жмешь, то выехал. 10-20, тогда и она идет нормально. Да на клавиатуре тяжело так потихоньку жать. Подожди. Вот же она сверху здесь была. Это клавиатура. Ну да. Тут что ли она, нет? А где гонка? По карте открываем. Вот, нет, хит. Вот он проехал. Всех? Или вас только? Нас только. Лови. Тимур. Принял. 10, да, 9, да, 8. 7, 6, 5. Я смотрю, такой от спутника лазер такой давно. Пейзаж такой был. Красота. Ну, вот можешь сделать фотографию для следующего стрима. Ага. А уже поздно. А я потом со стрима сделаю скрин. Где же видишь? На 12 надел, что хотел. Я в Steam себе тут каждый раз F12 понажимаю. Ты с нами едешь в итоге? Ну пока да, чё. Проедемся уже, езжаем, чё.
Чё там, думаю, тут быстро, нет, надеюсь. Фига, я прошел как чекпоинт под лестницей. Нифига, полиция быстрее меня, на чем я. Эй, че это полиция? Из мутонта до полиции. Ну, по-любому, блин. Ну, полицейские машины быстрее, чем моя спортивная. Дело не в машине, а дело в водителе. Сейчас надо от ментов уйти, потом надо в гараж быстренько запчасть там забрать. О, четвертый уровень. О, вот оно мне сейчас надо, вот это было. Ладно, ты хотя бы одну забери. По полю через деревья. Да вообще. То Миша меня обгоняет, то я его. То он мне, то я его. А я с ментами в перегонке. Полисмен. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел драйвер погулять. Носорог. Где? А, вот. Поворот. Так, я увидел красный дым. Главное, я чекпоинт не пропустил, надеюсь. Не, пока вроде нет. Красный дым? Это костер. Или камин кто-то зажег. Мне кажется, вертолет. О, вертолет уже летит! Миша, по твою душу? Да-да-да, по мою. По мою тут еще носорог. Блин, весь зоопарк собрал. Ах, блин, горку стоит вверх. На месте. Кто? Шесть, я в него чуть не въехал. Носорог на месте стоял. А, вот потому он, что да. Я в траву съехал. Вот теперь уже я возле него. А, и вертолет был здесь, ты на дороге упал. Не подпинывай меня. Я не могу. Подкинул. Блин. Пипец. Все, заранее. Ой, сейчас я в кучу заехал, сорян. Не разбили. Жесть. Я в кучу зашел, просто вот куча. О, смотри. Я еще и вторым заехал. Меня вот подбили. Вот это. Меня разбили. Дугаст. Вот там какая-то. Я получил запчасти, и меня менты давай сразу же. Пятый уровень, и давай менты меня. Бам. Спасибо. Я вам что сделал вообще, а? А ну отстаньте же от меня. Мне в гараж надо. Мне в гараж надо за запчастями, е-мое. Тормозные колодки стерлись на такой скорости. Я чуть-чуть не доехал. Нет, все будет хорошо. Меня на финише подбили. А я в легковушку уехал. Ну а мне сейчас вон прессуют. Не нельзя прессовать, вы чё, Все завершаем. В следующий раз попытаем счастье. Да? Блин. Ну как думаете, я уйду от них, не? Ну я по полям еду. По полям, по полям. Драйвер едет. Вертолет. Там. Я тут сопровождение, короче. Мне очень светло в поле сейчас. О, один коп там это скинулся. За тобой только вертолет, второй скинулся. Ушел. Ушел, ушел! Гараж, 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 где гараж следующий? Блин, карта, карта, карта. Чуть далековато. Да я тоже так понял. Подожди. Не, серьезно. Где я? Где гараж? Есть один внизу. Придется. Типа прямо едешь и направо. По этой дороге. Смотри, что там ментов не было. Йоу-йоу-йоу, давай. Есть один, ездит по твоей дороге, он далеко. Ну так, он сейчас далеко, сейчас там у него будет. Во, я на него прям еду, далеко, говорит. Здрасте, блин. А, это другой, не видел. Писец. А, не, он проехал мимо. А я болото. Блин, ну на М3, конечно, с болота выезжать, это то еще себе... Хотел выключить стрим, а тут, блин... Не худи, попробуй. Смотри, вот, едь по этой дороге, да. Ну пока да.
там гараж. Ладно, ты знаешь, где гараж. Осторожно, там куб какой-то стоит. Чекпоинт проспал. Впереди коп стоит, осторожно. Не прямо на дороге, но стоит там, в кругу. Да, вижу. Ага. Вопрос, это территория этого завода? Поедет он ко мне сейчас, нет? А ты едь на другую дорогу, на параллельно. Что ты поедешь? Красавчик. По полям будет, нормально будет. Во! Ну что, доехал? А где гараж-то? Быстро. Что, он сверху там, что ли? Здание. Проезжай, проезжай. Нормально здание проезжай. Справа. Ну, оба стрёмского не получилось. Олег. Да. Алло. Сильно не газуй. Вот невозможно на этой машине. У тебя еще нормально, у тебя еще пол хп. Да-да, я направо, еще... Направо, направо. Поехал уже. Направо. Я уже там. А, ну ладно. А, задержка. Вы еще не видите, а я уже там. Ты уже в гараже? Ага. Блин, я получил баллон этот. Ну нафиг мне этот баллон. На следующую машину поставишь. 5 баллонов, но этот... Фу ты. Стандарт. 5 баллонов? Да. У меня сейчас 4. Или нет? Ага. О, у тебя десятка. Сейчас у тебя 4. Нет, 5 по полтора. Так, давай. Ну да. Давай купим, ну, короче. 5 по полтора, это нормально, чем... Ну да. По полтора. Ладно, всем спасибо за просмотр, я завершаю стрим. Аналогично, пацаны. Давайте. Сегодня было интересно, жарко, но, к сожалению, Тимур. Только Олег выиграл детали. Мально. Тимур, завершаешь стрим, зайди ко мне, посмотри. А, ага. Ты ж моё ауди не видел. Да, ну, да, ауди. Он мне, кстати, в начале стрима, блин, прикол сделал. Сейчас посмотрим. Так, всем тогда. Всем удачи, пацаны. Давайте. Давай. До скорой встречи. Я думаю, на недельке, наверное, тоже что-нибудь врубим, по-любому. Что-нибудь будет. Так что... Всем, кто был на стримчике, все, кто лайк прожал, комментарий написал, спасибо большое. На сегодня все это. Бензин закончился, покрышки стерты. Хватит. Нервы на пределе. Полиция надоела. Достали, однако. Ладно, до скорой встречи. Продолжение следует.